Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас всех здесь в Смольном университете, научно-образовательном комплексе Смольный университет, на семинаре «Смена логики социального поведения». Позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Александрович Рущин. Я кандидат исторических наук, доцент, исполнительный директор Центра российской политической культуры в нашем научно-образовательном комплексе «Смольный университет». Мы надеемся, что подобные семинары станут регулярными. Мы планируем их проводить ежемесячно. Кроме того, у нас проводятся и другие различные интересные мероприятия. В частности, хочу обратить внимание, что 16 мая у нас пройдет симпозиум «Глобалистика. Состояние и перспективы развития». А сейчас я хочу предоставить слово для приветствия проректору Смольного института Российской академии образования, который входит в научно-образовательный комплекс Смольного университета, Валерию Николаевичу Пучкову. Позвольте мне буквально несколько слов сказать, ну, знак приветствия вас здесь, в стенах нашего института. И несколько слов буквально об чуть-чуть предыстории того, что вот того движения, того действия, которое вот сегодня имеет место быть. Раньше говорили, что есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. Я бы переформулировал эту фразу совсем по-другому. Есть человек, есть решение проблемы. Так вот, с появлением Дмитрия Александровича в Смольном институте, та вот большая задумка, а она и первый год у нас была, создание в нашем институте центра, который в настоящее время стал называться Центром российской культуры, российским, Центром российской политической культуры. Вот этот центр у нас и начал регулярную работу. Стали проводиться интереснейшие мероприятия и для наших студентов, и для наших преподавателей. И круг сам расширился до городских пределов, что очень и очень считаю положительным моментом. Со своей точки зрения я должен выразить еще благодарность нашему центру за то, что к работе встречи на таких наших собраниях привлекаются не только маститые специалисты в той или иной области знания в общественных дисциплинах, прежде всего, но и молодежь, в том числе молодежь из разных вузов. И самое-самое приятное, что мы стали на наших ассамблеях вот, творческих, научных, политических встречать представителей наших городских диаспор. Наш Смольный институт по своей идеологии мыслится как институт дружбы народов. И не нужно много по этому поводу говорить, что вот на присутствие и активная работа в таких семинарах, конференциях, симпозиумах представителей различных народов нашей страны, это самое-самое желанное, самое отрадное и приятное. Позвольте мне от имени руководства нашего института выразить вам благодарность за то, что вы пришли, пожелать вам успехов и сегодня, и в дальнейшем. Мне бы хотелось бы еще что пожелать. Пожелать вам, вот, особенно руководителям и тем, кто проводит соответствующие семинары, эту информацию и заранее, когда готовится мероприятие, и по результатам эту информацию выставлять на сайте на своем, на сайте нашего Смольного института, с тем, чтобы общественность нашего института, педагогическая и академическая общественность знала о том, что делается, делается, судя по всему, важные дела, а особенно, самые интересные дела еще предстоят. Успехов вам, по мере возможности мы тоже будем участвовать в этих мероприятиях и оказывать посильное содействие в организации, проведении, и поощрении, вероятно, наиболее интересных работников, деятелей, лекторов и так далее. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Сейчас я хочу предоставить слово одному из организаторов данного семинара, Намику Мамедову. Спасибо. Во-первых, хочу поздравить всех с прошедшим праздником Великой Победы советского народа над фашистской силой и огласить цель предстоящих наших семинаров. Цель наших семинаров – это мировоззренческое единение народов уже бывшего Советского Союза, в основном молодежи. Объединить мы, простите, немножко путаюсь в мыслях, можно я передам слово Володе пока, да? Я
потом. Владимир Девятов сейчас. Да. Сегодняшняя тема сегодняшнего семинара – смена логики социального поведения. Если сказать, откуда это появилось. Да, проходите, садитесь. Вот такая, в интернете нашли такую картиночку, простую, но довольно интересно, доходчиво говорящую о некоторых событиях. У нас есть сегодня состояние нашей, что ли, нашей страны и всего мира в целом, ну, можно сказать так, кризисное. Финансовый кризис не шагает по планете широкими шагами, был запущен в 2008 году, в активную фазу вошел. Готовился какое-то время, и сейчас у нас, ну, скажем так, в России политическая элита говорит о том, что мы преодолели первую волну кризиса, но сама вот эти слова о том, что мы преодолели первую волну кризиса, она говорит о том, что будет вторая, третья и так далее. Вот каким образом в таких условиях выйти на в такую ситуацию попасть, чтобы не эти кризисы на нас не воздействовали? Этот вопрос интересует очень многих, как политических обозревателей на Западе, так и простых обывателей во всех странах, там, в Европе, в России в том числе. И, как ни странно, но этот вопрос упирается по большей части в мировоззрение, как уже Намик Мамедов сказал, что действительно целью является мировоззренческое единение, но вот что это такое вообще, как это? Ну, можно сказать, там, мировоззренческое единение, да, но что это само по себе представляет? Сегодня вот буквально в Государственной Думе Владимир Владимирович сказал такую вещь, что нам необходимо общаться на одном языке. Говорил он это депутатам Государственной Думы, говорил, что нам необходим единый понятийный терминологический аппарат. Его тоже никто не спросил, а что это такое, а какой аппарат мы будем брать, а какие аппараты вообще есть и так далее. Такие вопросы мне были заданы, хотя надо было бы, наверное. Мировоззренческое единение, как, вот, ну, как там, я его представляю, это в первую очередь, когда люди, говоря какие-то слова, друг друга понимают, что они друг другу говорят. Потому что сегодня, вот, если мы посмотрим там, на экономические форумы и так далее, на экономические форумы, различные встречи, симпозиумы, то во многом бывают проблемы, что, ну, вот, скажем, такой спор, что физики не понимают лириков, да, а лирики не понимают. То есть, ну, представители разных научных дисциплин, представители разных сфер деятельности человеческой, они друг с другом встречаются и не могут найти общий язык. Ярче всего, наверное, это проявляется в том, что люди не способны договориться, казалось бы, перед лицом там, единого там, какого-то явления, да, там, специально собираются там, G8, G20 и не могут договориться, не могут найти общий язык. Но это не значит, что такой общий язык не надо находить. Но вот выходить на какие-то общие, что ли, видения, потому что так или иначе, там, то, что мы говорим, это упирается в общее видение. Нужно. Почему? Раньше же вроде как люди жили не то жили, там какие-то события происходили, но там, войны, они достаточно быстро там как-то решались проблемы, а сегодня, что ли, какое-то вот такое ощущение складывается, да, в мире, что какой-то огромный ком, который вот просто, ну, вот он как накапливался, и он с этим комом надо что-то делать. И вроде люди стараются как-то подойти, с какой стороны, и очень сложно. Вот найти, что ли, вот, ниточку распутать, как к этому кому подобраться. И многие зачастую пасуют, да, в поисках, не находя причины, почему. Потому что очень важно понимать, почему, да, там, такая ситуация сложилась. Учеными было разработано следующая тематика. Гумилев в своей работе на генезе атмосферы Земли, биосферы, спасибо,
сказал такую вещь интересную, что биологические процессы в обществах и социальные рассматривать необходимо отдельно. Вот. Ученые задались мыслью, что если мы эти процессы рассмотрим вместе, посмотрим, что получится. И они взяли процесс такой смены поколений. Ну, это среднее число, вот если сейчас посмотрим следующую картиночку. Взяли среднее число, частоту смены поколений. Это вот если сверху, видите, поколения идут. В среднем увидели, что это взяли всю статистику, посмотрели там крайние случаи проявления, там, допустим, это начало, когда появляется первый ребенок. То есть в следующее поколение, это когда появляется первый ребенок. И посмотрели, что там крайние случаи, там 10 лет, да, 11 лет, там, или там 60. Но в среднем это 25 лет. То есть мы, как биологический вид, меняемся, идет обновление каждые 25 лет. И эта частота вот взяли, посмотрели там в течение времени, она одинакова, постоянно, всегда. То есть все время 25 лет идет. Потом взяли процесс смены, можно сказать так, частоту смены технологий. То есть как быстро менялись технологическая среда. То есть, ну вот можно посмотреть это вот на примере, здесь на данном слайде это показано на примере сфер связи. То есть сначала это были голуби, голубиная почта, там пешие гонцы, потом там, лошади, много лошадей, там несколько лошадей, да, почтовые дилижансы. Далее был создан телеграф, который уже мог передавать сообщения достаточно оперативно, там, телефон. И сегодня вот у нас сотовый телефон, интернет, мы сейчас сотовый телефон, интернет, мы вещаем в сеть. Вот сейчас, собственно, в данный момент, да, с нами еще там 12 человек находится в сети. То есть, вот на примере, можно увидеть, что на примере вот смены этих технологических эпох голуби просуществовали, там, ну, допустим, голубиная почта, да, просуществовала многие тысячи лет. Там ей пользовались в Древнем Риме, в Греции. Дилижансы и почтовые кареты, они там просуществовали уже там столетия. Телеграф просуществовал там, ну, около сотни лет, и сейчас до сих пор используется. Но все больше вытесняется телефонами. Сейчас сотовые телефоны, у них технологическое, ну, обновление, скажем так, такие реальные, они там происходят там, ну, раз в пять, в три лет. 3-5 лет. То есть мы можем увидеть, что по сравнению там, частота это не постоянно. То есть она больше 20. Сегодня она все, что ли, частота уменьшается. То есть раньше это были длительные циклы, да, вот нижний график. То есть длительные циклы смены. А сегодня циклы смены ускорились. И посмотрели на этот, ну, на эти два процесса и увидели, что в определенный момент частоты должны совпасть, да, то есть должна, если раньше были там 100, цикл 100 лет, меньше там 50, 20, то в определенный момент должно сравняться 25 лет. После чего мы как некая общность, как система, да, войдем в некое новое состояние, потому что две частоты, несущие, да, в системе, одна собственная частота и вторая внешняя по отношению к ней техносферы, да, они сравняются. Если раньше были какие-то одни процессы, да, шли в системе, то дальше эти процессы уже будут как-то меняться. А что произошло так? Ну вот и назвали этот период смены логики социального поведения. И вот приблизительно увидели, ну, когда это произошло, то есть сверху посмотреть, да, вот общая продолжительность там где-то 7 тысяч лет, то этот период пришелся, это явление, когда частоты сравнялись, да, если посмотреть на физику, в физике это когда две частоты, почему вот когда рота идет по мосту, то говорят им идти в разнобой, потому что если их частота шага роты сравняется с собственной частотой моста, то мост развалится. То есть явление резонанса пришлось
на 1914-1939, вот этот период, 25 лет. В этот период у нас произошло две самых кровопролитных войны, за всю историю, и самых массовых войны мировых. Множество революций по всем странам Европы. И сегодня мы уже живем, уже третье поколение, мы живем после того, как произошла смена логики социального поведения. То есть мы живем в неких новых условиях, которые и стали причиной того, что мы не можем найти ответы на те вызовы, которые возникают. Почему? Если раньше человек мог обучиться на кузнеца и этим кормиться всю жизнь, то сегодня это невозможно. Сегодня необходимо постоянно переучиваться. Вот если раньше как было, царь своего сына обучил бы царем, и это, в принципе, было достаточно для того, чтобы устойчиво общество управлялось. И вот эта вот передача по родовым линиям, передача своих навыков и знаний, это было в норме совершенно. То есть, если у тебя, там не спрашивали, кто был твой папа, если твоя профессия кузнец, понятно, что твой отец был кузнецом, то сегодня ситуация принципиально иная. Сегодня у нас получается, что каждые 5 лет надо обновлять свои знания. И это ставит, во главу угла как раз вопрос образования и вопрос мировоззрения, потому что техносфера очень быстро меняется, и в таких условиях более стрессоустойчивым, потому что это стресс же большой, когда постоянно надо переучиваться, более стрессоустойчивым будет тот, кто будет способен быстро обучаться. То есть быстро переобучаться, быстро усваивать что-то новое постоянно. То есть посмотреть на детишек сейчас 5-10 лет, для них 5-10 лет, то для них сотовый телефон – это норма. То есть для них это нормальная среда жизни. Для нас, и я лично помню, то есть, вызывать своего друга по крича ему в окно, да, с помощью, или позвонив по обычному стационарному телефону. И это было новшество в определенный момент. Компьютеры тоже для них, это среда их обитания, дети с 5 лет могут уже знать что, как, и знать лучше, чем их родители. В таких условиях, победит, можно сказать так, сможет ответить на вызовы тот, кто обладает более, целостным мировоззрением, то есть способен разбираться в этих процессах, в которые происходят, и соотносить вот эти новые условия с накопленным прошлым прошлых поколений. И большое подспорье в этом – это язык, на котором будет общаться. Потому что мировоззрение – это в первую очередь язык. Язык общения. И мы думаем, что во всех, что во многих, языков на свете много, да, я сегодня английский язык становится, можно так, по умолчанию, вроде бы как безальтернативный язык общения, да, и если ты не знаешь английского языка, в Европе это будет очень сложно общаться и так далее. Но английский язык сугубо технический, например, на нем не выразить, порывы души, например, или какие-то очень тонкие эмоции, или некоторые вещи на нем очень сложно выразить, например, то, что для нас вроде обыденное, дух, душа, да, там надо целые конструкции создавать. Есть, мы сейчас так заговорим на русском языке, у него тоже свои особенности и свои плюсы и минусы. И если посмотреть на каждый язык, то в нем тоже есть свои плюсы, минусы и так далее. Я, честно говоря, не знаю, азербайджанский – это больше вопрос к экономику, о выразительных особенностях языка. То есть, что лучше как выразить представителям диаспоры, как лучше выразить, что на русском лучше выражать, что на азербайджанском лучше выражать. Что я могу сказать? В этих условиях проблема самая ключевая, да, если раньше кузнецом от кузнеца не так много зависело.
Но от царя зависело очень многое. И там большое количество жизни от него зависело. От там, ремесленников не так много. То есть наиболее ключевыми знаниями, которые передавались по родовым линиям, были знания управленческие. И если сегодня вот посмотреть, то в обществе нарастает большая потребность в управленческой грамотности. Точно так же, как после 1917-го была потребность в грамоте чтения и писания. То есть тогда был там ликбез, ликвидация безграмотности по чтению, писанию, да, и люди массовые. То есть сегодня человек, который не умеет читать, писать, то странно, да, видеть в обществе. То есть это некая норма общественная. То сейчас нарастает потребность в управленческих знаниях. И если вот потому что вся техносфера, биосфера, в ней протекают все процессы, протекают управление, либо самоуправление. То есть вот все процессы, которые мы видим, там, как наше взаимодействие с компьютером, то, как там, мы доезжаем до нужного места, это все процесс самоуправления, либо самоуправления. Соответственно, знания об управлении становятся ключевыми, точно такими же, как было знание о чтении и писании, да, после эволюции. То есть вот, соответственно, язык, терминологический аппарат, теория управления будет позволять многим специалистам разговаривать на одном языке. Неважно, наверное, на мой взгляд, на каком языке эта теория управления рассказывается, да, людям, ну, то есть на каком языке их обучают. И главное, сами знания, да. Собственно, я хочу вынести вот вопрос. Что ли, в пику семинара, мы хотели вынести вопрос такой: что нас объединяло с бывшими советскими республиками вот длительное время до определенных событий 1991, будем такой рубеж брать, что объединяет сейчас, в частности, в том числе с Азербайджаном. И что самое главное, будет объединять в будущем, вот, учитывая эту повестку дня, что сегодня логика поведения внутри общества меняется, управленческие знания, они теперь не передаются по родовым линиям, а по логике вещей, вот, исходя из сегодняшней логики, да, они должны войти, что ли, в обязательный стандарт образования, точно так же, как чтение и писание. И вот в этом контексте, что будет нас объединять в будущем? Потому что сегодня у нас там, в прошлом году была заявка на Евразийский союз, и этот процесс некий реинтеграции, он будет продолжаться. И вот что станет в свете этого ключевым таким фактором, что ли, объединения нас? Какие ценности? Да. Все, спасибо. Просьба сделать большую картинку. Вот эту большую. Сейчас. Ну, та же картинка. Моя фамилия Зазнобина. Зазнобин Владимир Михайлович. Профессор аграрного университета, преподавающий в факультете прикладной математики и процессной проблемы. Неделю назад я находился. Был на международной конференции Брунея. Она касалась проблем развития экономики стран Южноазиатского региона. Было 21 страна, мы были американцы, канадцы, австралийцы. И все, конечно, говорили на английском языке. Было это шикарно. На дворце, это султанат, на территории Малайзии. Но основные беседы, что ли, были, так, по человечеству, по душам, в кулуарах. Потому что сама конференция была так, достаточно формальная. А вот беседа,
интересны были разговоры с тайванцами, с китайцами, с японцами. Были там и филиппинцы, и индонезийцы. Ну, практически весь юго-восточный регион. Хотя были всем американцы. Председательство американец, рядом сидел тайванец. Ну и потом с тайванцем был разговор, и он высказал интересные претензии. Да, вы русские, конечно, молодцы. Вот, самая богатая страна в мире, самая большая территория. Но вы как собака на сене. Вообще. Ну, у вас огромные богатства, вы им даете и сами. По-человечески не живете. Вы не думайте, что вот мы так уж от американской культуры все в восторге. Нам тоже многое не нравится, но они четко заявили свои ценности и свои цели. И видите, хотите, не хотите, все говорят на английском языке. И потом они нас защищают. От кого? От террористов. Может быть, от вас. А вы даже не смогли своих ближайших европейских соратников защитить и прочее, прочее. Хорошо, если мы начнем защищать их и вас от террористов и от кого? От американцев? Улыбается. Но главное не это. Вы до сих пор не заявили о своих ценностях. Чего же вы хотите? Части целые, затем это целое, но еще мертвое тело обливает живой водой. И чудо происходит. В 2000 году нам уже это было все понятно, но когда Путин сказал, что глобализация процесса объективна, а вот дальше не раскрыл, а что не раскрыл? Концепция глобализации субъективна. Мне приходилось выступать в Европарламенте и перед посольствами всех стран Евросоюза в 2008 году. Вот я об этом говорил, и все как-то сразу так вот напрягались. Вот Володя Девятый говорил о едином понятийном аппарате. Сегодня Путин говорил о едином понятийном аппарате. А в чем же здесь дело-то действительно? Он пытался пересказать вот то, что на этой схеме. Я представляю здесь команду, которая действительно вышла на это объективное явление. Вы знаете, что в мире много существует вещей, явлений. Они существуют и как бы не существуют. Их нет до тех пор, пока им не придана определенная лексика. А образы какие-то есть. Вот это образы. Вот это картинка, это образы. То есть, если у кого-то что-то там мерещится, он должен сесть вначале и образы свои на бумаге вкладывать. Вот это вот образное представление о смене отношений эталонных частот биологического и социального времени. То есть, чтобы понять, что реально произошло в мире к середине 20-го столетия, надо понять, оказывается, что такое время. И ответьте мне, кто-нибудь, в какой-нибудь академии, в каком-нибудь университете, может четко сказать, а что такое время? Я в духовной академии, даже меня однажды пустили, тот же вопрос задал, я во многих академиях и университетах Европы, и Востока
Никто не может ответить, что такое время. А раз нельзя ответить, что такое время, нельзя понять вот это. Видите как? Картинка состоит из двух. В принципе, этот процесс можно объяснять и так. Общество или человек как вид и биологический, и социальный вид. Единственный. И в нем происходят постоянно информационные изменения. Вот на биологическом изменении происходит за счет того, что двое встречаются, мужчина и женщина, рождаются, и на генетическом уровне происходит обмен генокодами. И тут информационные изменения. По сути, надо говорить о скорости информационного обновления на генетическом, то есть не биологическом, но социальном уровне. Вот там нижний график, видите, скорость. И показано, скорость информационного обновления на биологическом уровне постоянно. То есть смена генокодов происходит примерно с одной скоростью. А вот вторая – это скорость информационного обновления на внегенетическом или на социальном уровне. А что такое культура? Вот у нас есть политологи, культурологи. А что такое культура? Спросишь, не говорят целую кучу. Вся внегенетически обусловленная информация. Вся. То есть и технологии, это и музыка, и театр, и язык. Все-все это культура. Это то, что не передается через генокод. Так вот, человек действительно, человечество один из видов, который все, что потребляет, производит. Все, что мы здесь видим, это продукты потребления. От этого микрофона, от этой бутылки. А раз он производит продукты, которые потребляют, то в производстве что характерно? Технология. И поэтому эти две картинки показывают следующее. Вот было время, когда при едином технологически неизменном мире сменялось множество и множество поколений. Сотни поколений. Потом количество технологий возрастало, период жизни их уменьшался. И, естественно, уже поколение сменялось меньше. Потом наступил, если так, одна скорость постоянная, вторая переменная, то рано или поздно они должны пересечься. И это не какая-то, кому-то что-то привиделось. Дело в том, что есть такой древнеегипетский эротический папирус, на котором иероглифически вот об этом, по сути, в какой-то закодированной форме сказано. Но те, кто видел вот эту встречу или вот это совпадение, будем говорить, эталонов частот биологического и социального времени, он фактически жил в определенной логике поведения. Социально, будем говорить о социальном поведении. А дальше он заглянуть не мог. И они предположили, что после вот этого история человечества закончится. Апокалипсис, это примерно об этом. Все за несколько тысяч лет писали об этом. А мы говорим, что наше богословие апокалипсис проспал. Потому что подумайте, действительно, две первых мировых, первая и вторая мировая война, между ними, если взять 14-39 год, начало и конец, примерно, да, это 25 лет. Резонанс, это очень схематично, конечно, показано. Потому что если бы был резонанс, то человечество погибло. Но кто занимался техникой, мне всю жизнь приходилось заниматься профессиональной теорией колебаний, акустическим проектированием атомных подводных лодок, то есть приходилось испытывать определенные конструкции на резонанс, чтобы посчитать точно собственную частоту колебания конструкции. Но если резонанс пройти быстро, каждый, кто летал на самолете, входит в самолет золотой вольности, что начинается? Плата. Вот человечество в этот период
50 лет находилось как бы как во флаке. Оно все сотрясалось. Революции были не только в России. Революции были в Германии, в Мексике. За эти же 50 лет революции прошли. В Китае, в Индии, с двух самых больших стран. Ну а трудно это описать лексически именно потому, что никто не дал определенного времени. Вот я читаю лекции студентам, на одной из лекций прям трачу минимум 45 минут, чтобы рассказать, что такое время. К сожалению, это не может сказать ни мальчик молодой, ни академик со многими дипломами. Но говорят, я по жизни со многими академиками пришлось встречаться с Леонидом Ивановичем Седовым, с Ишвинским. Я, когда служил, сдавал, поскольку я курировал науку от военно-морского флота, вот расскажите, что такое время. Начинают городить, непонятно, что ничего не понятно. Но если исходить из того, что во Вселенной статики нет, а есть только колебательные процессы, их великое множество колебательных процессов. И если рассматривать соотношение этих колебательных процессов, то можно понять, что время – это субъективное, а не объективное понятие. Оно возникает вот здесь, в сознании у человека, когда он пытается один колебательный процесс наложить на другой колебательный процесс. И формулировки времени могут быть, конечно, очень разные, но мы даем такое время, это субъективное понятие, возникающее в сознании человека, в результате отображения в нем взаимовложенных колебательных процессов Вселенной, один из которых он выбирает в качестве эталонного. Частоту вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца человечество, живущее на планете Земля, выбрало в качестве астрономического времени, а потом все остальные процессы, почему мы так спокойно воспринимаем, как говорим, когда говорим историческое время, физическое время, биологическое время, социальное время, по сути мы соотносим те или иные процессы с астрономическим эталоном. Вот если есть вопросы, будет, поэтому я готов буду пояснить. Можно вопрос? Да. Профессор, вы начали свое краткое выступление с очень интересного примера. Вот то, что там тайваньцы, когда вот встречались, заговорили о том, что мы как собаки на сене сидим и ни себе, и ни людям. Очень интересная вещь, тем более как-то это, вот этот пример ходит даже ближе к тематику сегодняшнего семинара, как логика социального поведения. Это, скажем, можно говорить о логике этого конкретного тайваньца или тайваньцев, я не думаю, что в целом. А ведь самый товарищ Ильич, ну, я надеюсь, что вы его переубедили, что, собственно, товарищ самый тайваньец был неправ. А ведь китаец, он ведь сидел и лукавил. Они ведь самоглаз-то положили не на Сибирь, на нашу матушку, а это не говорят про Сибирь и про наше богатство. Они давно уже положили глаз на Канаду, на Австралию, которые вместе взятые и по площади, и по минералам не менее богатые, чем мы. По населению, по заселенности, они в несколько раз меньше, чем заселены та же самая Россия. Поэтому это самое как раз говорит о смене той логики, социально-политического поведения, которое имело место в сознании, в поведении вот, тайваньского общества. А вовсе, так сказать, не о том, что мы, предположим, действительно как собаки сидим на сене и так далее. С таким же успехом, если перейти на бытовой язык, то я могу посмотреть, скажем, на передо мной сидящего и сказать, а что это он так хорошо одет? А я вот, предположим, чего-то у меня здесь нет. Давай-ка это самое, снимай-ка там часы золотые или там свой этот хороший какой-то технический прибор, я дай мне. На каком основании, интересно, вот такая логика есть? И как вот вы решили эту проблему вот, в дискуссии или в разговоре на хитром китайском там пространстве? Я с ним
на эту тему даже не дискутировал, поскольку я прекрасно знаю, как китайцы осваивают Канаду и что происходит в Австралии. Там как раз вопрос касался другого. Почему вы не заявите о своих ценностях, если они у вас есть? Так вот, я хочу сказать, что в принципе в России выработаны свои ценности. Я ведь начал с чего? Глобализация – процесс объективный. Но концепция глобализации, она субъективна. И концепция глобализации альтернативная той, которая сейчас, по которой сейчас глобализация осуществляется, библейская концепция, такая альтернатива России выработана по всем абсолютно аспектам. И это куда важнее, чем борьба за те богатства, которые есть. Хотя, конечно, в предстоящий период будет борьбой за энергоресурсы, за воды, может, за воды даже больше, чем за энергоресурсы, потому что, оказывается, энергоресурсы возобновляемые. И сейчас есть ведь наука у нас, есть еще другая наука, что вся теория строения Земли, природа создания нефти и газа, формирования, она совсем не так, как это, никакая она не биологическая. Это долгая дискуссия. Самое главное, чтобы Россия заявила свою концепцию. Вот если по этой концепции, которая сейчас не развивается, не нравится, предъявите свою. И она в России есть. И концепция, которую мы, я говорю, коллектив авторский, который я здесь представляю, сформировал, она как раз является альтернативой библейской концепции. Но для этого надо было рассмотреть Библию очень серьезно, Коран, чтобы предъявить. Сейчас мы, если желающие там будут, конечно, здесь, я вижу, из тех, кто присутствует, многие знают об этом. Я выступал об этом и в Баку, в Институте социологии, перед учеными Азербайджана в течение 2 часов. У нас тема семинара, я хотел бы, чтобы этот семинар действительно вот он так сейчас как-то начался не очень уверенно. Я вижу, народ как-то скован. Все, и Володя что-то так. Ну, у него события несколько личные. Про себя почти бормочет динамик. Я вот даже не хотел приезжать сюда. Я говорю, ну давайте, в городе должно быть таких семинаров десятки. Почему? А потому что вот мы существуем уже 25 лет. И если были первые попытки как-то в прессе освещать, например, покойный Марк Дэйч, вот он первым написал «Разлив мертвой воды», мы концепцию все так назвали «Мертвая вода». Это был глум сплошной. Так вот, если эту информацию дать журналистам, они все переврут, все извратят, потому что она им вообще не по зубам. Журналистским образованием это не влезет. А я запомнил одну фразу из статьи Марка Дэйча. Это невозможно пересказать. Это можно только цитировать. Хотя статья большая, и глума там много. Вот он утонул. Я это говорю со злорадством. В Индонезии я был как раз рядом там. Поэтому процесс этот идет в университетах. Очень много преподавателей осваивают, преподают. Вот здесь я вижу представителей разных вузов, не только в Санкт-Петербурге, в других городах. И с вашим ректором на эту тему беседовали, он сказал, да. Мы здесь тоже изучаем концепцию общественной безопасности. А основа ее – это достаточно общее теория управления. Володя правильно говорил о том, что вот было время,
время, когда люди осваивали специфический набор знаний, не хватало на всю жизнь. Вот до того, как произошла эта смена отношений, ведь я не говорю смена логики социальной, смена отношений эталонных частот биологического и социального времени, то есть до 50-го года, все было более-менее нормально. А сейчас все изменилось. И многие ощущают катастрофичность современного мира. А почему? А потому что управленцы неадекватны. Что значит неадекватно? Вот. После революции все помнят так называемую культурную революцию. В чем она, собственно, состояла? На 85% страна была безграмотна. И освоить грамотность и приобщиться ко всему, что в накопленном мире, такой огромной стране фактически цивилизации, это рывок был. Вот мы сейчас стоим перед вторым рывком, и тоже в начале следующего столетия. Только грамотность это должна быть методологическая. Методология, ну, достаточно общая теория управления, она изложена. Методология позволяет войти в любую отрасль нового знания без каких-либо серьезных потрясений для психики. То есть, когда мы изучали этот вопрос, мы убедились, что все науки занимаются, химики химичат, там физики физичат, медики то лечат, то калечат. А вообще-то в любой науке надо заниматься изучением процессов химических, физических, биологических, астрономических. И естественно, что теория управления оказалась единственной наукой, понятийный аппарат, который может объединить все науки. То есть с ее помощью можно войти в любую научную отрасль. А поскольку после смены отношений эталонных частот, период становления новой логики социального поведения, действительно фактологические знания очень быстро устаревают. Вот у нас на прикладной математике, если заучивать только фактологию, пришел студент, а через 5 лет фактология вся поменялась. Поэтому надо осваивать методологию, чтобы войти вот в эту новую формирующуюся логику социального поведения. И понятийный аппарат, достаточно общий теории управления, он в этом смысле универсальный. Как быстро общество будет это осваивать, в зависимости от того, как быстро будет осваивать, мир подойдет либо к катастрофе, либо выйдет из катастрофы. Мы сейчас имеем кризис во всех отраслях. Экономический кризис налицо, финансовый кризис налицо. Это кредитно-финансовая система, построенная на том, что печатный станок в Соединенных Штатах, а фактически принадлежит Федеральному резерву, он печатает с 71 года, ничем не обеспечено огромное количество этой зеленой бумаги. И американцы вовсе не собираются снижать скорость печатного станка. Но как может будет продолжаться? Это же пирамида, как МММ, который наш тут любитель строить. На чем он построил? На доверии людей. Доллар держится только на доверии. Если в Юго-Восточной Азии ходит доллар, то в Европе ходит евро. Но это как сообщающие сосуды. Рухнет доллар, рухнет евро. Они ничем фактически не обеспечены. И мы предлагаем смену кредитно-финансовой системы, обеспеченной на определенном стандарте. Потому что всегда был. Так, я вот в 2010 году специальное выступление было по инвариантам, без курантов. Экономика планеты Земля такова, что ее
инвариант прескуранта объективных данных. Что такое инвариант? Это товар, на который я могу обменять на другой товар. Таковы был до 1971 года золото. То есть еще англичане могли, я мог прийти, золотым по весу сдать и получить количество фунтов стерлингов. Американцы уже не меняли. Помните, Рузвельт ту самую депрессию, спасая Америку, потребовал, чтобы все американцы сдали золото. Ну а к 1971 году они увидели, что золотой запас Соединенных Штатов иссякает, потому что вот французы потребовали обменять зеленую бумагу на золото, потом немцы. Они взяли и просто отменили золотое обеспечение. Теперь сотни триллионов долларов напечатаны, ничем не обеспечены. А что это позволяет? Это позволяет создавать огромное количество миллиардеров и миллионеров. Это позволяет определенной части людей жить на незаработанные деньги. Вы думаете, как это происходит? Потому что все удивляются, как Абрамович, там 8 миллиардов, или 10, там 20, или этот, что они честно, да невозможно честным трудом заработать такие деньги. А вот за счет того, что сотни триллионов долларов практически существуют, а мы страна считается побежденной, мы обязаны платить. Американцы, они считают, что нас победили, но мы вот считаем, что информационная война не выиграна еще. Она продолжается столько, сколько продолжается человечество. Американцы и Запад выиграли в России только одно из сражений. Информационная война продолжается. И Россия создала определенный вид информационного оружия. Насколько наше руководство будет в состоянии освоить это оружие и применить его по отношению к нашим вероятным противникам. Это мы так, друзья, только когда собираемся, там, на восьмерках, на двадцатках, мир как разделен был, так он остается. Война продолжается, только она из горячей перешла в холодную. И слава Богу, потому что именно в конце вот эта смена отношений того на частот биологического и социального времени появилось атомное оружие. Кто бы что ни говорил, как бы ни угрожал, но применение сейчас атомного оружия – это конец всей цивилизации. Это все понимают. Вот я хотел бы, чтобы продолжились обсуждения. Вот. А что, собственно, каковы последствия смены отношений к талонам частот в биологическом и социальном времени? Что это принесет обществу? Какие изменения будут в науке? Какие изменения будут в финансах, в экономике, в социологии в целом? Вот какие вопросы, на мой взгляд, следует обсудить. Поэтому я хочу пожелать данному семинару всяческих успехов, потому что Багратон у нас идет. Семинар, правда, сейчас мы так на каникулах, к нему мы будем продолжать. Они идут, эти семинары. И я считаю, здесь вполне достаточно людей, которые могли бы принять в этом участие. Действительно, вот, речь идет не только об азербайджанской диаспоре. В Санкт-Петербурге очень много диаспор. Есть узбекская, есть грузинская, есть армянская, таджикская. Вот таким образом могли бы показать всем остальным, я думаю, заявка, которая была, что вот здесь вот идет объединение диаспоры, потому что все равно в каком-то виде Россия как цивилизация, не как страна, она восстановится. Мы об этом знали еще и в 89-м, 90-м году. Но, конечно, совершенно на новых условиях. Скорее всего, это условия будут экономическим, финансовым, без ущемления национального достоинства. Но для того, чтобы это объединение произошло, вот мертвой водой надо полить это разрезанное на куски.
для этого надо работать с молодежью. Я-то думал, как раз здесь будет много молодежи, азербайджанцев, там еще, может, кто-то как на нами пообещал. Но все зависит от того, как вы это преподнесете, как выложите в интернете. Ничего само не идет. И вот я уже говорю, что удивительно, 12 лет назад статья об инаугурации Путина началась сказка о живой мертвой воде, разрубленной на части тела. Герои сначала убивают мертвую воду, то есть клеили части в целом, а затем на целое будущее мертвое тело. Убивает живой водой. Чудо происходит. Вот нам нужно, чтобы это чудо произошло. Написано слово «мертвое». Это все можно живым словом. Можно мне сам еще пару слов под продолжение того, что вы сказали? Вот вы остановились на моменте, что желательно было бы, чтобы побольше было молодежи на таких семинарах, больше активности, и чтобы были представители разных народов нашего города, страны и так далее. Дело в том, что вот вы мне одновременно и на вопрос ответите, хотя он, так сказать, может быть, риторический. У нас регулярно раз в месяц в институте проводятся еще одни семинары, но сферологические. Наверное, вы знаете Александра Ивановича Субета. Вот. И некоторые проблемы, которые вы вот в своем выступлении в качестве таких проблемных вещей поставили, задач, они у нас на этих семинарах проводились и проводятся, на которых как раз присутствуют молодые ребята, как раз, ну и сам старший товарищ само по себе, разных наших национальных представителей, и азербайджанцы, и узбеки, и таджики, и так далее. У нас здесь много представителей разных народов. Поэтому, конечно, вот... Так можно перенести эту проблематику туда? Нет, не только. Почему? Я просто к тому, что нам бы вот... И у вас там семинар проводится интересный, судя по всему, как вот вы сказали. Может быть, где-то нам подумать о том, чтобы что-то и совместное в этом отношении сделать. Это и объединить какие-то творческие силы, и ребят, поднимет авторитет, какое-то совместное мероприятие, какую-то конференцию, не конференцию, но какой-то семинар, такого широкого профиля с приглашением вообще, так сказать, людей, и виртуально в том числе, по-моему, вот здесь уже эта форма начинает практиковаться. Только заранее подготовить эти вопросы, проблемы, людей пригласить. И тогда получится интересно. Тогда, может быть, даже и поприсутствуют здесь и представители, скажем, азербайджанцы из Азербайджана. Прям то самое. Ведь это сейчас технологически несложно из других регионов нашей страны. Если так, кстати, смотреть на эту проблему, так сказать, широко и технологично, тем более, что, чтобы вот эти кривые соответствовали духу и нашего существования. Действительно, информационный мир, с одной стороны, сжимается, с другой стороны, позволяет нам общаться и быть в курсе дел далеко и высоко. Вот. Мы предлагаем объединить людей на совершенно новой понятийной системе. Потому что для того, чтобы объединить сейчас людей, невозможно сейчас же вот взять, объединить людей в рамках, допустим, какой-то отдельно взятой конфессии. Православия, или шиизма, или суннизма и прочее. И для того, чтобы действительно объединить людей, во-первых, для объединения какой-либо, ну, для создания какой-либо общности людей необходима цель. Вот в Советском Союзе почему люди были объединены? Потому что была цель, наша цель – коммунизм. И общество стремилось к этой цели. Цель, на самом деле, действительно была светлой. Другое дело, какими путями стремились к ней – это другой вопрос. И именно вот я считаю, мой субъективный взгляд и оценка, что пути достижения этой цели были не совсем верные, именно поэтому общество не достигло поставленных целей. И сегодня для того... Просто элита скорбилась. Да. Нужна новая понятийная система. Мы считаем, что... Не новая элита нужна. Да нет. Почему же? Когда должна молодежь вырасти в новую элиту, с новым понятийными аппаратами, пониманиями, чувством ответственности. И терминологический аппарат, и понятийный аппарат. Ведь общество в Советском Союзе начали действительно менять и разрушать. Я вот помню, мне 40 лет. В
80-е годы, я тогда жил в Баку, у меня буквально на глазах каждый день я видел меняющиеся лица, меняющиеся настроения людей. Это буквально каждый день люди менялись. То есть нравственность менялась, менялось отношение людей друг к другу. И все происходило через подмену понятий, через новый терминологический аппарат. У нас вместо слова «предприниматель» нам буквально подсунули слово «бизнес», который, ну, по определению голландского, по-моему, да, Володя, философа, означает «искусство доставания денег из чужого кармана не прибегает к насилию». А слово «предприниматель» от русского слова «предпринимать что-то», то есть носит совершенно другую смысловую нагрузку. И мы уверены в том, что для того, чтобы сейчас объединить общество, необходимо предъявить новую понятийную систему. Эта понятийная система, на наш взгляд, в данной системе знаний, о которой Владимир Михайлович и ребята говорили, концепция общественной безопасности, носителем которой являются вот, я и мои товарищи, мы уверены, что она позволяет это сделать. Можно в качестве иллюстрации? Да. То есть, в чем особенность? Это Дмитрий Дорофей, участник вот как раз нашего семинара, агроном. Особенность вот этой информации, да, концепции в том, что это, в общем, так сказать, в чем универсальность? По сути, допустим, если посмотреть в прошлое, знания для управленцев, они охранялись. То есть нельзя было простолюдину, и не нужно было простолюдину вдаваться в подробности управления государством, допустим, внешней политики и так далее и тому подобное. Сейчас, допустим, коммунистическая идеология предполагала, что широкие массы освоят новое знание, марксизм, допустим, да, и смогут снизу подняться до высот управления государством. На самом деле, конечно, такого не произошло, но заявка такая была сделана, что народные массы освоят новое знание и все чудесным образом устроится. Значит, информация, концепция общественной безопасности, она доступна и полезна всем абсолютно. Здесь было заявлено, что с помощью терминологии можно какие-то научные области объединять через терминологию. На самом деле это касается и главных вещей. То есть вся, ну, польза от любых знаний, прежде всего, в том, чтобы на практике решать проблемы. И если, допустим, спуститься сейчас к проблемам Азербайджана, постсоветских государств, то фактически выбор остается, как у тайваньцев, да, который сказал, что если мы не очень-то довольны тем, что нам предлагают Соединенные Штаты со своей культурой потребления, с правами человека и так далее и тому подобное. Но у нас нет выбора, нет заявленных каких-то альтернативных, таких же глобальных концепций. Потому что с падением Советского Союза советская вот эта коммунистическая идея фактически она исчезла из глобальной политики. Ничего другого не было предложено. Мы лишили мир выбора. Поэтому сейчас остается либо, допустим, культурам, которые, ну, не в обиду будет сказано, но глобально с позиции земного шара, да, допустим, Азербайджан, если он выступит, допустим, себе, что не только наша азербайджанская культура, она главенствовать должна и самая передовая и так далее, это будет несколько неудачно, да? Остальные соседи даже буквально могут не понять, почему азербайджанская. Тем более, что любая культура, да, содержит какие-то ошибки, какие-то изъяны. Да, уникальная социальная культура нет. Бесконечный, непродуктивный, абсолютно спор. Да. И глобальная идея, допустим, американская, она не национальная. Она поднялась над уровнем национальных вот этих вот разногласий. И поэтому они претендуют на универсальность. И поэтому тайваньцы говорят на английском языке, и азербайджанцы говорят на английском языке, и понимают друг друга, и находят общие точки соприкосновения и так далее и тому подобное. Фактически, если как бы, ну, резюмить это все, сводится это к простым вещам. Павло побеждает все. Ну и тогда напрашивается ехидный вопрос. Хорошо.
скажем, все, предположим, большое количество людей вдруг начнут понимать и ценить одно и то же, и наоборот, сами считать, что плохо, а не хорошо, самое однозначно. Но, скажем, понятийно мы сами подойдем к такому состоянию. А кто может утверждать, что нет таких сил, которые заинтересованы, чтобы не было такого состояния? Они заинтересованы, чтобы мы не говорили и не мыслили одинаково, чтобы закон чести, порядочности, труда там, и так далее, был у всех признан в качестве нормы поведения. Как раз разделяя власть, состоит в том, чтобы не допустить такого состояния. Да, такая власть имущая, которая вот имеет эти вот зеленые бумажки, которые напечатали, будут использовать другие средства, они будут на фоне этого стараться, чтобы этого не произошло. Но сейчас, как сказать, состояние такое, что альтернативные концепции не заявлены, допустим, с политического уровня. То есть есть глобализация по библейской концепции, но можно это раскрывать, не будем сейчас вдаваться. Но нет ничего альтернативного этому, заявленного широко, гласно, доступно. Хотя информация такая. Собственно, есть. В этом нам упрек. Хороший, справедливый упрек. Да. Соответственно, если есть только одна концепция библейская, то вопрос, вот, который вы сейчас ставите, да, что а вдруг кто-то будет нам мешать. Фактически, если нет заявленных ценностей, то их нельзя ни оспорить, ни обсудить. Ну, то есть их как бы не существует, понимаете? Поэтому, когда мы объявим эти ценности, и те же тайваньцы, допустим, будут иметь выбор, вот такой вот глобальный, тогда мы можем как бы думать, ага, а что теперь делать, если нам будут мешать, там, разобщать и так далее. Сейчас даже нет повестки дня, что кто-то разобщает. Сейчас есть повестка дня, либо вы с Америки, да, с глобальной глобализации, да, либо вы сами по себе. Но Путин же говорит, что они же нам диктуют. Они же не просто вот давайте друг, они же нам диктуют. Да, если вы сами по себе, значит вы отсталые, вы против демократии и так далее и тому подобное. То есть у вас нет своего голоса, вы ничего не предлагаете. Бесполезно. Вот недавно один товарищ, он выступил с интересной такой мыслью. Он сказал, значит, сначала он задал вопрос, каково количество нейронов в голове у человека, в мозге. Оно приблизительно там 7-8 миллиардов. И количество населения на Земле уже приблизилось к этому числу. И то есть стоит вопрос, либо человечество объединяется как-то под общей концепцией и живет в мире согласии, либо происходит нечто, после чего жизнь на Земле действительно начинается заново, как это было в какой-то мире. Этот вопрос, издревле стоит сейчас. Вот Дмитрий затронул одну очень интересную тему. Я бы хотел, вот, но, к сожалению, закончим буквально 2 минуты. Давай. Насчет того, что к чему вот эта информация полезна всем, да, и скажем, трудящимся, там, кузнецам, да, вот, которые трудятся. А главное, элите, которые тоже здесь вспомнили, управленцы. Фактически сейчас, допустим, если мы посмотрим, библейская концепция, она не монолитна, она не следует жестко какой-то заранее написанной там 2000 лет назад генетической информации. Да? И, естественно, она, как бы, скажем так, те, кто субъективно управляет глобализацией сейчас по библейской концепции, они, естественно, знакомы с этой информацией о смене логики социального поведения. Смена логики, она как бы сейчас активно происходит во всех обществах, где есть телевизор, интернет. Это процесс, не закончившийся. Это началось там, в 20 веке, в середине, ну, в середине 20-го века. Но сейчас это продолжается и в разных государствах, цивилизациях. Это идет с разной скоростью, наслаивается на традиции, которые в этом обществе сложились. То есть у мусульман это совершенно по-особенному происходит. В Европе это, допустим, впереди немножко, в сравнении, допустим, с Азией, с Африкой, тем более. Но везде это очень, ну, уникальный, с одной стороны, процесс, с другой стороны,
сложным. И, соответственно, так как глобализация происходит вот в этих условиях сейчас, те, кто глобализацией управляют, они должны что-то с этим делать. Вот. То есть, например, если до сих пор были, ну, в основном, там, до 18 века были тоталитарные общества, называемые, да, с единоначалием, царская власть и так далее. И, в принципе, Ближний Восток, Азия, ну, так сказать, культурно с этим, в принципе, уживается. То есть это нормально. И, скажем так, сейчас смена власти в государстве производится совершенно по новым технологиям. То есть это не революция, это больше похоже, ну, на спектакль. И смена власти, что мы наблюдали вот в конце 20 века, начиная с Югославии, с Украины, с той же Грузии, то есть оранжевая революция, это все, скажем так, новые совершенно технологии управления обществом. Эти технологии появились не, так сказать, в силу академических каких-то усилий там, в воздухе, в вакууме, они появились только из-за того, что меняется логика социального поведения. И по-старому добиваться... Это следствие смены логики. Да, это адаптация, так сказать, ну, скажем так, глобальной элиты к тому обществу, к тем процессам, которые идут в обществе на планете целиком, с которым они должны как-то, ну, что-то с этим делать. Вот мы видим ответ. То есть технологии работы с обществом, смена власти, удержание власти и так далее, оно меняется на наших глазах. То есть, ну, достаточно просто внимательно читать новости, газеты. То есть это все изложено в книгах уже сейчас, ну, нашими современниками. Вот, пожалуйста. И, так сказать, если, допустим, государство сейчас, то есть элита какого-то государства хочет сохранить суверенитет, она, естественно, должна, с одной стороны, понимать, что общество меняется как раз вот в связи вот с этими процессами. Вот. А с другой стороны, оно должно понимать, что глобальная политика, то есть по отношению к этому государству, ведется с учетом этих изменений. Если элита, допустим, азербайджанская, ну, то есть всех независимых сельских государств, этого не понимает, она не дееспособна. Ну тогда и еще один вопрос. Этой элите, естественно, скажем так, глобальные управленцы ничего не расскажут, не шепнут на ушко. Так, но это же у нас о социальном поведении, извините, это так называемое настырство. Вы говорите, что нет такой альтернативы и тому подобное. Я скажу дудки. Есть, было и будет. Совсем давно я был членом КПСС, и 10 принципов строителей коммунизма, которые являются вариантом, переведенным на современный язык, 10 заповедей христианских и основных канонов мусульманских, между прочим. У нас даже здесь было вот несколько конференций, где разбирались такие аспекты. Они вполне достаточно для вот социально-поведенческого, морально-нравственного смысла соответствуют и позволяют говорить об именно альтернативном понимании и концептуальном по сравнению к тому, что творится и делается сейчас на форуме глобализации и всему тому подобное. И те вещи, которые, например, в мусульманском экономическом мышлении, они из канона, которые запрещают ростовщичество, которое является основой вот этого вот капитала, который прибыль, все эти самые зеленые бумаги, они, если посмотреть и познакомиться с этими вещами, особенно со знающими, которые специалистами вот именно в духовной области в данном аспекте, и в экономическом, и в современном, и в таком критическом подходе, вот эти три, скажем, вот самые мегаканона христианские, я беру не в общих христианские, потому что они достаточно сильно отличаются, православный, мусульманский и коммунистический, они в качестве основы могут быть. И никуда не деться. Все равно по этому поводу придется размышлять и эти вещи либо переформулировать, либо за основу брать. И человечество пока ничего не придумало другого, кроме этих вещей. Ну, мы с вами полностью согласны здесь. Мы как раз говорим, что идея, она в обществе остается, она есть, особенно в
обществе Советского Союза, да, которое фактически жило там, ну, плюс-минус, десятка лет было под этими идеями, под этой идеологией. Нет сейчас выразителя официально политического этих идей. Те, кто есть, оттесняются, как бы маргиналы, сумасшедшие и так далее. Если бы это было так, как вы говорите, то Советский Союз существовал бы до сих пор. Потому что жизнь, она действительно, практика – это критерий истины. А то, что у нас есть сейчас в стране попытки, как мы говорим, скрестить уже освежом православие с марксизмом, они обречены полностью. Я знаю, Субета – один из представителей вот этого направления. У нас Зюганов, я с ним беседовал там по этому поводу. Марксизм – это была колоссальная обманка. Я думаю, вы это понимаете, потому что никогда ничего нельзя было выстроить в экономике с помощью марксизма. Нет политэкономии марксизма. Сталин, потому что написал в своей работе об экономических проблемах социализма, что он, собственно, писал? Перевести на современный язык, он показал метрологическую несостоятельность политэкономии марксизма. И сейчас в экономике во всей нет метрологии, мерить нечем, эталон отсутствует. Поэтому мир летит в пропасть и через финансы, экономику. Да, кто-то успевает нахватать себе в кармане, но Россия, многие ведь задаются вопросами, один из вопросов был, а почему вы, в общем-то, давно признаем, вы цивилизации, у вас есть какая-то своя миссия. Проблема России, это наша миссия, я говорю об этом, в том, что до крещения, которое мы считаем было навязано, силовым путем навязано в России, те, кто несли ответственность за внешнеполитическую деятельность, за мировоззрение, не предъявили миру уровень глобальной ответственности. Вот давайте зададимся таким вопросом. Вот Дмитрий сказал, вот затронул как раз я хотел развить, что Америка там предъявила свои ценности. Это не ее ценности. Нет американской нации. Нет, культура американская есть, но американской нации нет. Если случится какой-то катаклизм, завтра все разбегутся на мексиканцев, пуэрториканцев и будут так воевать, не меньше, чем у нас здесь воюют. А вот интересно, а есть ли какой-нибудь нации ценности, которые претендуют на глобальность? Да, в мире есть две концепции. Это Коран, ислам и Библия. И вдруг выясняется, а никого нет. И у русских тоже. Кто бы мог с глобальных позиций говорить, это другое дело, как, что из этого получится. А вот претензия на глобализм. Оказывается, это только глобализм. Как это не покажется странно. Чем Библия, почему сейчас, ведь по сути идет экспансия Библии на страны Юго-Восточной Азии. Я был в Индии, был во Вьетнаме, был. Они все, наша культура, я говорю, да, а это что? А вот это что? На автомобилях ездите, на самолетах летаете, это ваша культура создала. Это все создала английская культура. Она с вами говорит на языке, вот этом, вы уже под ней лежите. А Голливуд добьет это все и добивает. В Вьетнаме был 5 раз, и с президентом беседовал, с премьер-министром. И я говорю, если вы не измените, у них партия коммунистическая, не пересмотрите, у вас уже бизнес все диктует. Вам осталось минимум 5-10 лет. Сейчас признаю, что это так. Выйти, мне говорят, да у нас ничего там не оставило, это английское. Как ничего? Вы думаете, что если у вас сари сохранилось, вы уже совсем другие. В этом смысле вы были, по сути, колонии остаетесь. Иначе бы никогда китайцев с индейцем вот, не держали в таком. То есть проблема
России как раз состоит в том, что ко времени, когда сюда пришел Андрей Первозванный, она еще претендовала на что-то. 10 веков потребовалось для того, чтобы общество России изменить, Руси, и крестить ее. Ведь кто принял? Там осетины приняли, по-моему, армяне приняли. Грузины. На Кавказе, а Руси не приняла. Когда Андрей Первозванный пришел, там до Киева дошел, даже говорят, на Ладоге был. Почему? Вот вопрос. А потому что Русь не могла предъявить, претендуя на, будем говорить, региональную цивилизацию, она не предъявила миру глобальные концепции. Предъявили только там, а фактически это был ультиматум. Либо вы ложитесь под нас, либо давайте что-то свое. Своего не дали. Тогда ладно, мы не связаны временем. Через 10 веков мы вас крестим. Все равно и крестили с помощью Владимира Крестителя. И вот сейчас, было одно ЦК, которое в черных пиджаках заседало в Кремлевском дворце. Сейчас другое ЦК. 1,5 килограмма золота и серебра напротив храма Христа Спасителя. Чем они отличаются? Чем? То был марксизм, а марксизм это просто светская разновидность Библии, ничего больше. Вот что предстоит понять и решить России. Говорят, как, другой-то идеологии нет, от марксизма отказались. Давайте посмотрим даже на систему образования. У нас был материалистический атеизм, да? А есть еще идеалистический атеизм. Материалистический атеизм попробовал только Россия. В виде марксизма. Другим дали, но никто не взял. Все пребывают в идеалистическом атеизме. Вообще мир атеистичен. Вот я поездил в Китай. Атеизм, Индия, атеизм. Там Бога нет. Так вот, наша церковь пребывает в идеалистическом атеизме, потому что есть огромная разница между верой в Бога и верой в Бога. И просто от материалистического атеизма легко было качнуться в идеалистический атеизм. А по факту что получается? Вот это... Если бы только наши руководители додумались до этого, я не знаю, у них волосы бы встали в дыбу. Если взять все университеты, все институты, то на кафедре философии все везде по-прежнему материалистический атеизм. Там изучают философов, энциклопедистов, Фейербах и прочее. Реально руководители стоят со свечками в церкви. То есть мы, получается, как в цирке, но в цирке это возможно, на арене, на двух конях скачем. То есть кадровая база готовится в университетах. А когда приходит туда руководство, там четкая идеология идеалистического атеизма. Кадровая база готовится на основе материалистического атеизма. А реальная кадровая база, она вся, по крайней мере, так принята, никто не объясняет. Теперь сейчас пойдут в школу. Что можно ребенку 5-7 лет? Как он может выбрать, какую религию выбирать? Он придет домой, родители полезут на стенку. То есть, если это пойдет по школам, основы православной культуры, то 17-й год повторится только в худшем виде. Потому что сейчас... С чего началась эта кампания Pussy Riot? Вы не думайте, что это просто так. 4 эти проститутки залезли и станцевали. Это продуманная акция. А в основе ее борьба за что? Когда перестройка начиналась, либеральные кланы и кланы Русской Православной Церкви объединились. Свалить вот это все. Теперь, когда взяли власть, когда наверх поднимается, да нет. Дайте нам наше. Либералы уже раскололись. Теперь они будут мочить церковь по полной. И народ, людям придется выбирать. К
кто-то выходит на демонстрации, за Пусть и Рай, кто-то против Пусть и Рай. То есть ситуация в стране далека до идеальной. И решать, не думайте, что кто-то придет сюда и все проблемы за нас решит. Вот этому молодому поколению придется все это решать. Это колоссальные проблемы. Вначале надо разруху в головах остановить, только потом уже разруху в жизни. И я предлагаю не бояться на таком семинаре обсуждать. Ведь у нас как? Семинар? Да, мы там все расписали, а человек боится сказать то, что он реально думает. Но нет сейчас никаких запретов. Нету. Пока. Дана полная свобода. Пока нет запретов. Да. Ну так, а если хотите, чтобы жили, сидеть молчать. Если будем молчать, то появятся запреты. Появятся. Найдутся кто. Так вот, уровень глобальной ответственности. Почему техносфера в библейской концепции порождена? А потому что только в Библии, и она все-таки противостоит исламу, в Библии есть четкая социальная доктрина. Только Библия. Она выражена по второзаконам Исаии. Очень кратко. Давай в рост своему там брату Иудею, давай в рост своему племеннику. И вот она тысячи лет работает. Вы хотите сказать, что это евреев не думают? Что мы не знаем евреев? Не могут евреи такого придумать? Да, вопрос, кто? Не ответим на этот вопрос. Кто? Неужели вы думаете, что в Библии написано евреи? Это просто смехотворно. Такие серьезные вещи не под силу ни раввинам, никому. Значит, есть кто-то, теперь уже начинают догадываться, что кто-то стоит и над государством. Как теперь, когда уже открыто говорят, пора создавать мировое правительство. Оно есть. И было. Реально есть. Ну как же, мы против конспирологии. Мы против всяких конспирологических теорий. Странно. Как в том анекдоте. Слова нет, а жопа есть. Вот это тоже придется обсудить. Потому что глобальное управление из того же, что я сказал, есть вещи и явления, которые не существуют до тех пор, пока их не назвали. Есть понятие закулисья, там тайное правительство. Мы дали определение. Глобальный предиктор. Управлять – это значит предвидеть, предсказывать. То есть глобальный предсказатель. Поэтому я прошу обсуждать. Я прошу прощения мне уезжать. Я так попросил присутствовать, хотя я говорю, ну, очень хочется, чтобы был абсолютно самостоятельный семинар. Чем больше будет таких, тем будет по городу абсолютно самостоятельный. Я могу, конечно, много чего говорить. Можно вопрос, пока Дима Дорофеев уехал? Дима, такой вопрос. Он сказал, что не заявлено сейчас на политическом, политически не заявлено. Вопрос такой, кто может заявить сейчас вот, в условиях более того вот, такого, что ли, кадровой работы с кадрами, кто может заявить эту идею? Или кто должен заявить, на твой взгляд? Да никто не должен заявить. То есть это вещь, как сказать. Более того, политика, как ты намекаешь на это, то есть современная, вряд ли способна на это. То есть это остается, так сказать, для нас в силу того, что информация. Володя, мы неоднократно отвечали на этот вопрос. Если многие ждут, что это Путин начнет заявлять, это напрасно. Путин будет об этом заявлять тогда, когда созреет определенная масса, на которую он может опереться. Для того такие семинары делаются. Как только он почувствует, что внизу есть, созрела определенная общность людей, тогда он заявит. Так вот, критическая масса, она должна появиться. Да, да. А как она появится, если мы будем сидеть? Вот, потому что вот то, что вы сказали, ну, как нет альтернативы? Не альтернатива это тупик.
туда гонит Зюганов, но ему предписано. Он за это деньги получает. И Субетра Александр Иванович туда же гонит, в тупик. Мы с ним на эту тему говорили. Я думаю, вам это понятно, почему в тупик. Я уже довольно прозрачен. Вопрос из сети нас сейчас смотрит около 60 человек местами там с Белоруссии, Эстонии, Молдовы, ну, наверное, из других, ну, в общем, много откуда, около 60 человек, значит, там еще виртуально присутствует. Вопрос такой задали: существует ли какой-либо объективный критерий, по которому можно понять, что концепция этой теории создана людьми с чистыми помыслами? Жизнь. Совесть. Такой, да, ему человек жизнь, сразу ответили, да. Жизнь, практика, критерии, истины. Какие еще могут быть критерии? Проверили. Я бы тогда уж как-то в Одессе обычно встречный вопрос. А зачем полагаться на авторитет создателей какой-либо концепции, да? Какие у них там были помыслы и так далее. Когда практически для себя лично в жизни, да, и для своих близких. Намного более важный вопрос, да, насколько лично человека, да, насколько его близким будет полезна та или иная концепция, независимо от того, кем она там была создана, для решения его каких-то личных проблем. Ну, то есть нужно объективно оценивать информацию, а не личности. Личности могут быть не всегда соответствовать. А вот информация, поэтому авторский коллектив отказался от авторского права. Он фактически анонимный, исходя именно из этого. Чтобы те, кто будут участвовать, найдут себе силы и смелость участвовать, чувствовали это своим делом. Но опять, Володя, это тот же ответ. Если ты, эта информация для тебя приемлема в нравственном отношении, какие тебе еще нужны авторитеты? У меня сейчас такой пример пришел. Вот. Сделал молоток. Человек, который изобрел молоток, мог его приобрести самыми ужасными намерениями. Там. А другой человек посмотрел бы, ну то он нормально, то есть нормально. Да никто вещь. Не помнит. И... Можно постараюсь ответить? Да. Это момент такой. Здесь говорят же о будущем немало. Но сразу возникает вопрос. Если возникает вопрос будущего, так оно будет или нет? Ну, наверное, будет. Только вопрос, насколько... объективно мы строимся в него в завтрашний день. А насколько это покажет только представление нас о объективные представления. И выявит, в принципе, долю субъективизма в этих представлениях, если будущее будет не таким, как мы загадали на завтра. Это один из практик критерий истин, в принципе. Просто отображение просто на жизнь и на будущее. Но что касается концептуальной властности как таковой, как мне представляется, я думаю, многим ребятам здесь тоже, если какие-то вопросы будут возникать, задавайте, с удовольствием ответим, я думаю. Что касается информации, данные в концепции общественной безопасности и представлениями и о ней у людей, точнее, и о концепции, и о будущем, и о других концепциях. Так вот, вопрос встает в большей мере, насколько эти субъективные представления окажутся завтра в обозримом будущем, в объективном будущем. Насколько и состоит вопрос не в том, провозглашать, не провозглашать, кто будет отвечать, не будет отвечать, а кто это написал, а зачем, а почему. Наверное, здесь обстоит вопрос иначе. Так как накапливались знания определенных, как технологических науках, так как и в управленческих науках, как и во всех аспектах жизнедеятельности человека, здесь также встает вопрос, насколько
вот эти мировоззренческие взгляды, можно назвать условно мировоззрением, взгляды на мир, будут сочетаться с теми индивидуальными запросами, вопросами людей, которые будут задавать себе вопрос на завтра, что завтра есть, что делать, куда идти, зачем идти, почему идти. И вот что касается сращивания этих представлений мировоззренческих с носителями культуры, в которой мы находимся или вступаем, может быть, как имеется представление на тот счет, что в такой поговорке они заключены. Не все люди, все люди, да не все человеки. И мне кажется, здесь-таки как раз-таки как таковая культура, носители культуры, будь это цивилизационный, может быть, это будет несколько человек, это не суть важно. Важно, кто окажется в будущем. И все остальное, в принципе, это вопросы, как к нему прийти. И, соответственно, самое важное – сращивание мировоззренческих представлений, глобальных представлений, всех тех накопившихся в мировоззрениях людей в сумме или в отдельности с их индивидуальными представлениями о мире и нахождения, исходя из этих вот мировоззренческих приспособлений таких. Тебе вопрос задали, значит, цель и результат имеют связь? И какова эта связь? Естественно. Ну, какова связь? То есть ты поставил хорошую цель. Люди, вот такой вопрос, наверное, ко всем. Поставили цель общество коммунистическое, да? Провозгласили ее. Ну, так и вопрос. Это, в принципе, да, это я не договорил, получается, раз такой вопрос. А вопрос, люди и должны договориться как раз-таки о понятиях. У нас есть язык. У каждого существуют свои образы за сказанными словами. И вот то общество, которое договорится первым и более устойчиво в смысле предсказуемости на будущее, ну, то, в принципе, общество и будет жить. Я думаю, здесь, в принципе, ответ на этот вопрос имеется. Будет жизнеспособным ко всем вызовам, вопросам цивилизационного характера, любого характера. Человек, который тебя оппонирует, можно видеть результат, то есть будущее, а затем ставить цель и воплощать их. Что? Он так пишет, что можно видеть результат, то есть будущее, а затем ставить цель и воплощать их. Ну, тут на самом деле... Я думаю, в том обществе, в котором мы находимся, я не хотел бы тут прям вот... афишу какую-то вывешивать, но я думаю, здесь находятся люди, которые хотят это проверить и увидеть в завтрашнем дне, как в действительности это будет работать. И это вопрос, в принципе, открыт. Вот. Еще такой вопрос, ну, скажу, такой непростой. Нет, в семинарах в целом. Хорошо. Значит, такой вопрос. Такое... Наиболее вероятное будущее, по-вашему, ждет опальное мировое пление в ходе ломки ростовщического механизма управления странами. Если такое... Не мировое племя, то есть, ну... Мировое племя? Опальное мировое племя. Еврейство. Иудеев. Сейчас, Володя, на ваш взгляд. Сейчас я немножко скажу... Вопрос открыт. По поводу практики критерий истины. Угу. Значит, у нас, я в 2000 году познакомился, я Николаевич, да, вот, один из представителей межвузовского молодежного коллектива, так мы себя именуем, общественную инициативу. Вот. И в 2000 году я включил телевизор, как бы случайно, и услышал рефирму сегодняшнего ректора, да, аграрного университета Виктора Алексеевича о энергорубле. Я позвонил на телевидение, узнал, где семинар, приехал туда. То, чего мне хватало, а я профессиональный заказчик-застройщик, строитель, то есть на уровне министерства, то есть госплана, то, чего мне не хватало, как раз понятие моего аппарата, когда более промышленные объекты, всего, что мне хватало. Я познакомился через полгода, я начал по всем своим друзьям, в том числе и свой институт, который я в ЕСИ закончил, пришел туда.
и говорю, так и так есть такая информация, какой нужно необходимо. Более того, я по требуюсь тех, кто еще с 28 лет, когда стал заказчиком, застройщиком, пришел опять же на институт, через полгода опять же, и говорю, что профессия такова и есть, а значит, дисциплины преподавательской такой нет. То есть закрытые генетические знания даются чисто вот таком, как вот происходит на Западе, да, то есть на макроэкономике это уже закрытый институт. Все это было понятно уже тогда, но у меня не хватало как раз вот этого того, чего я не смог выработать этот сотоварищи, которые со мной работали, тоже не могли понятия, объединяющие и междисциплинарные. После этого, в 2006 году, как только, после этого я ходил разные преподавания в школы, в институты и так далее. А вот когда появились ребята, которым тоже неприемлемо было, как развиваются события в мире и в России, в первую очередь, все определились, что давайте изучать, осваивать достаточно учителей. Два раза в неделю мы осваивали, работали, учились и так далее. И плюс еще по выходным осваивали краткий курс. То есть экономическую систему. Миша так свело баланс. И после этого стали ездить по всей стране, начиная с правительства Ленинградской области, посмотрели, где мы можем реализовывать все эти знания, вот, а взяли за основу там и демографические обусловленные потребности, потому что демография это кризис, вот, и от нее эти направления можно реализовывать. И начали вот так работать. И сейчас Мышлиговский наш молодежный коллектив, это не просто молодежь, там возраст какой-то, у нас разновозрастной. И это очень важно, я сейчас вот подчеркну, что это очень важно, что те этапы, которые старшее поколение проходило и где шишек понабивало, младшему поколению нужно передать, чтобы оно не делало. Это так называемое наставничество, еще по-разному можно называть, еще не делать. И так происходит. Но молодежь это именно в том плане, что информацию, которую мы собираем и реализовываем, и вырабатывает новые информационные модули, это любой человек в любом возрасте может это делать. Он способен, если не делать, корень, педагогическую культуру освоил, все это нормально происходит. И мы как раз и показываем, и в Белгородской области мы были 7 лет, то есть 7 раз это были Краснодар, Ростов. И там как раз тоже идет формирование молодежного коллектива. Вот почему и разговор идет. Где идет вот это вот, где школа? Сразу мы смотрим. Один кто-то один там, один там, один там. А где школа? Где школы приемлемые, которые постоянно кадровую базу формируют устойчиво, по предсказуемости? Сейчас в аграрном университете площадка. Пожалуйста, там уже мы хотим там целую методичку такую мощную сделать, управленческую, как вот поселение, образец поселения, по которому можно моделировать другие образцы поселения на основе своей культуры, которые не ущерб, значит, не ущерб, значит, биосфере. Вот это вот очень важно. Я считаю, что практика критерий истины, когда сзади идут в школу. А ребята уже осознанно идут в школу, преподают в школе и кружки ее. Ну, в школу тоже можно приехать в 172-й, 483-й школу Выборгского района, а 172-й Калининский район, среда, пятница, а там тоже 4 только днем, 483-й, других школах. И нас порядка, у нас с начала 2006 года порядка 30 человек, потом постепенно осталось порядка 10 человек. Устойчиво получается. И соединяйтесь, сейчас мы начинаем работать. Но мы, самое главное, ездим, встречаемся с муниципалами и на местах работаем, как все, учимся и передаем. На вот то, что я оформил в тезисе, что такое напряженность. Напряженка, это вот доброжелательность, напряженные отношения к другу, учимся друг у друга. Понимаем, что перед тобой стоит программа или программно-адаптивная модуль, с психикой такой-то, такой-то, такой-то. Вот твоя психика накладывается на это информационное поле твое, биополе твое работает и все остальное. А это не раз проговориться надо.
Вот такие вот встречи, это как раз мы должны проговариваться. А как у кого? А у кого как разрешал свой процесс? Из-за кого-то там, из-за Индии, из-за Китая. А вот как у тебя? Вот штука-то какая. Гораздо сильнее. Ну, таким образом, семинары могут стать своего рода отчетом. Да, обмен, то есть, обмен опытом. Вам обратная связь с интернетом. Да, и обмен опытом, психологическим опытом, психопрактикой. Это вот штука очень классная. Вот так. Кратко. Вот вчера я ходил тоже на 9 мая, 5 часов я прошел с колонной, там в колонии, значит, на моряки. Там и старшее поколение, и ветераны были, и молодежь рядом с ним. Вот я с ними беседую. Все говорят, да, Николай Николаевич, так это хорошо, что вы там в школе. А я говорю, давайте вместе, давайте, ребята уже в 10 классе веду занятия, значит, там все разбираем с ребятами, значит, Великую Отечественную войну, и парень говорит, а чего, говорит, патриотизм, если впереди пулеметы и сзади пулеметы. Ну ладно, он сказал так, а все, весь класс промолчал, и мы сегодня как раз и в школе как раз говорили об этом, а почему, так класс молчит-то? А вот 10 человек в школе есть, и вокруг них крутится. Цитатно-грамматическая система. Вот, Николай Николаевич, ну, вы уже рассказываете о том, что... Методологическая школа. Ну, представляете, если каждый из нас начнет рассказывать сначала о том, что он вчера делал. Сначала надо ввести понятие, не хотелось бы, у нас вводный семинар. В дальнейшем мы можем продолжить беседу, и с удовольствием. И важно, чтобы их поставили больше. Вы сами это обозначили. Я с этим согласен. Да. Вот, что вот мощь вот этой психопарктики, реализацию вхождения в соборность человеческой силы. Штука, ой. Вопросов много. Ну, вот этот вопрос, который... Да, как закон, можно узнать сегодня. Да, и закон времени, вот сейчас вернуться, я хотел, чтобы закон времени, как он сейчас проявляется, вот одновременно проявляется, то та матрица, которая формируется на практике, она сегодня реализуется. То есть слышим о том, что понятительного степарации все это так. И как тоже Путин на инаугурации чего сказал, что Евроазия ждет, когда Россия покажет. Показывает себя. Что там за вопрос? Вопрос по вот, наиболее вероятностное будущее опальной мировой племя. Если учитывать, что вся система ростовщическая, она построена их руками. Что с ними делать? Или вообще, что с ними будет происходить? Вопрос такой, это самое такое простое, конечно. А вот если по-человечески решить эту проблему, проблемы же есть. Ну, нам дан язык, я думаю. И с помощью преодоления то, что стоит за языком у каждого человека на уровне понятий, если мы как-то как с ними быть, объяснимся. Они же так просто ведь не переубедятся, что-то с ними надо делать. А их много, они при власти, при силе, они сильные. Вот во время китайской революции на перевоспитание делали, например. Это нас не устраивает, конечно. А что делать тогда еще? Ну тут не вопрос устройства, не устройства, но методы будут предложены обществом. Я думаю, рано говорить об этом, о таких вещах. Для разных категорий, для разных людей. На данном историческом этапе. Не, ну если посмотреть на исторический... Можно высказывать предположение, это здорово, никто не против. Я тоже могу высказать, но по одной простой причине не буду. Я стремлюсь как-то к объективности, вот, как и своих помыслов стремиться, своих представлений. Так и если я не уверен в каких-то, в объективности своих тех или иных знаний, то мне не хотелось бы лично делиться на эту тему, пока не придут, не пойму, что могу дальше. Вопрос с ним. Да. Кто что-то скажет? Другая сторона может что-то скажет, я не знаю. Если удобный вопрос. Вот на
народ объединяют эти века. И начинают заниматься. Если подумать технологии, то вполне возможно, что тот мировой кризис объединят их, в свою очередь, также объединят некие государства, которые их прикрывают. Будет война, уже поднимут массы против тех же правителей. Ну, допустим, Путин еврей, Медведев еврей и так далее. И попытаются просто заменить периферию управления. Но при этом спустив всю злую энергию, спустив всю злость на них. Ну так как этого избежать? Потому что это же вопрос такой, что решение проблемы не человечное. Ну, да, решение проблемы — повышение миропонимания. То есть, что? Опять-таки, в распространении концепции личной безопасности, технологического языка, повышение миропонимания всего общества. Прошу прощения, если можно, я представлюсь. Фамилия Мамбагиров, Владимирович. Я сотрудник Минерала Здравоохранения Республики. Я слушаю то, что все у вас здесь сказано, очень интересно, очень глубоко. Но я хочу подчеркнуть только одно. Здесь было, вы говорили о исламе, о христианстве, о иудаизме и так далее, о каких-то я сказал только о том, что в принципе надо понять, наверное, для меня лично важно прежде всего общение именно на уровне людей, как, опять же говорю, в плане того, что общение там каких-то знаменитых политиков там, и так далее, историков. Да, это люди знающие, безусловно, иначе они не занимались те места, которые они занимали. Просто дело в том, что люди, которые себя в обществе, в своих странах, в своих государствах, в своих городах, ежедневно просто каждый раз там, я утилизирую, да, конечно, приходит 9 часов на работу, 6 часов. Да. И от нас, от таких простых людей, тоже все-таки то, что зависит. То есть нельзя говорить, что я сегодня пришел на работу, я вижу, что что-то произошло, да, и я не высказал какого-то своего мнения. То есть это не означает, что я веду за собой какие-то массы, там, или пытаюсь подавить чьи-то интересы, или пытаюсь сказать, что та религия лучше, чем иная. В любой религии есть такие столпы, как терпение, понимание, общение. И это, мне кажется, безусловно является двигателем прогресса. Что на интеллектуальном, научном уровне, что на человеческом уровне. Понимаете? То есть если мы, как бы мы глубоко не копали в этот вопрос, все равно мы должны общаться, понимать друг друга, относиться с терпением друг друга. Понимаете? То есть, опять же, говорилось даже о Советском Союзе и страны постсоциалистического периода, территории бывшего Советского Союза. Надо понимать, что в принципе нас связывает общая история. Что бы мы ни сделали, и что бы ни произошло, через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет, наши деды воевали вместе, плечом к плечу. И это никто никогда не забудет. По крайней мере, я это никогда не забуду. И мои дети это никогда не забудут. То, что наши деды делились последним куском хлеба, да, и прикрывали спину друг друга от пуль, а сейчас почему-то получилось так, что в результате мы находимся каких-то там, ну, отдельных суверенных республик, да, там кого-то свое мнение. А что, можно подумать, я не знаю, может быть, я неправильно понимаю это, но раньше разве при социализме кто-то не имел своего мнения, и кого-то запрещали ходить в церковь, или кому-то запрещали ходить в мечеть. Да мои деды всегда ходили в мечеть, понимаете, и никто им это не запрещал. У них всегда дома были свои ружья, но они не выходили и не стреляли соседей, потому что они другой религии или другой веры. Понимаете? Они прекрасно друг к другу относились. Все было нормально. Понимаете? Почему стало так? Потому что
может быть, в большой политике что-то изменилось, может быть, там кто-то стал другого просто смотреть, и возникла вот эта какая-то мнимая стена непонимания, да? Да, развалились какие-то границы, да, перестали, может быть, перестали друг друга понимать. Хотя я вас уверяю, что если сегодня я приехал в Питер и гуляю по Питеру, спокойно хожу, смотрю музеи и так далее, то есть мне до сих пор сейчас здесь ни один человек не сказал, что ты приехал там с какого-то другого государства, да, в принципе, сейчас государство, раньше мы были одним государством, да, или с другой республики, ты пришел здесь, вот, понимаешь, там, занимаешь место там в музеях, там, я не знаю, экскурсии, да, и так далее. Этого никто не говорит, понимаете? Почему? Потому что есть понимание, мне кажется. Оно осталось в глубине души у людей. Просто весь вопрос в том, что оно в глубине души, а говорить об этом уже как-то стало не модно. Я вот употреблю такое слово не модно, пусть не обижается молодежь, да, я, наверное, представитель более среднего возраста, мне 35 лет. Да. То есть хочу сказать, что об этом говорить как-то вот стало не модно, а вот как-то стало вот, ну я не знаю, как придерживаться каких-то там идей каких-то непонятных. Да, то есть, не знаю, мне лично непонятно. Мне кажется, надо общаться, надо просто уважать друг друга, надо понимать друг друга и относиться друг к другу с терпением. И вот если это произойдет, мне кажется, то тогда все будет в порядке. Тогда никакая страна и никакой стране не сможет что-то там указывать. Почему? Потому что в ней живут такие же люди разных национальностей, у каждого есть свое мнение. И кто бы мне что ни говорил, если я мусульманин, я так ровно останусь. Но это не означает, что я не уважаю другие религии, я призываю таких же мусульман, как я, уничтожать эти религии. Нет. Я говорю, относитесь с уважением, приходите в храмы, приходите куда, куда хотите ходить, смотрите, относитесь с уважением, слушайте вот этот методический материал, который там преподносит. Но не в плане насмешки, а в плане того, чтобы как бы расширить свой кругозор, да, чисто человеческий, в плане того, чтобы познать. Мне очень нравится, я хожу здесь по храму, там, по историческим музеям и так далее. Мне очень нравится здесь. Идут определенные лекции. Очень интересно, очень понятно, очень грамотно. Петербург в этом отношении вообще особенный город. И я вот, жаль, что здесь нет представителей, да, гвардианской молодежи. Вообще отношения России и Азербайджана развивались. Само собой, отношения Петербурга и Азербайджана развивались параллельно этим отношениям. И вот здесь вот прозвучал вопрос, а что можно изменить в такой ситуации? Вот я хотел бы по-своему дать ответ на этот вопрос. Исходя из понимания того, где мы находимся, чем является наш мир, мир, в котором мы живем, он на 80% состоит из жидкости, наша планета. И человек на 80% состоит из жидкости. Мозг человека, по исследованиям ученых, которые занимаются изучением этой области, на 90% находится в жидкой среде. Вот возьмем бутылку воды, даже большую емкость. Попробуем туда опустить маленькую, едва заметную для глаза крупинку марганца. Что с ней произойдет? Химический состав воды изменится полностью. В истории человечества были личности, которые меняли весь ход истории. Вспомним Иисуса, Мухаммеда, вспомним Моисея, вспомним Аристотеля, вспомним Коперника, вспомним там Эйнштейна с его теорией относительности. Какая она была, это вопрос второй. Но пророки, факт то, что, а? Все пророки. Все пророки, да. Лично. То есть один человек на самом деле способен на колоссальные перемены. Я вот помню свой диалог с Михайловичем, это года 3 тому назад, я тогда жил в Баку. Я описываю ему вот ту нравственно-мировоззренческую парадигму, которая формировалась там и формируется на сегодняшний день. Вот мне просто как представителю этой культуры немножко досадно, что культурные ценности, которые формировались на протяжении многих веков, они сейчас совершенно переориентируются в другую сторону. Причем подается это из-под полы, с помощью каких-то передач непонятно, где буквально в течение 30 минут людей женят, потом и разводят,
Я не понимаю, как вообще можно в течение 20-30 минут вообще можно создать семью. То есть навязываются какие-то другие, совершенно чуждые для нас, и в России то же самое происходит, ценности. Но если уж говорить о социальной активности, то я абсолютно уверен в том, что один даже человек в нынешней ситуации, опираясь на нужную информацию и действуя именно адекватно обстоятельствам, он способен изменить и внести очень серьезные изменения. А если это будет группа людей, особенно молодых людей, то это могут быть очень колоссальные перемены. С интернета выразили согласие. Куфар говорит, твой человек Куфар сказал, что полностью с вами согласен, говорит, что действительно уважение и любовь, это и то, что действительно может объединить. И такую... В том времени, когда так, о советском времени, он сказал такое, были общие ценности, которые были выше шкурных интересов. А сегодня проблема в том, что через СМИ, навязывается именно, что шкурный интерес важнее. Вот это вот тоже видеть, что и в итоге получается, что как бы, о шкуре говорить не зазорно своей, да, что что-то им с ней происходит, или как ее лучше там ее. А вот о таких общих вещах говорить действительно стало стыдно, и там смотрят косо, грубо говоря. Причем как бы постоянно СМИ дает такие своего рода в попытке вот сдержать этот процесс. Общение на эти темы дает такие, что если человек говорит на такие темы, то он так отщепенец, да, общественное порицание, да, идет через все каналы различные. Вот сожжение и любовь можно много чего добиться. Есть такое стихотворение Тютчева, очень хорошее, на мой взгляд. Тютчева. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаянное железом лишь и кровью. А мы попробуем спаять любовью, а там посмотрим, что прочнее. Да. Вот это 1831 год. 27-й. Актуальность не исчерпана. Да, актуальность не исчерпана. Да, до сих пор. У меня есть гипотеза насчет смены поведения на ближайшее будущее. Есть такой подход к примирению поколений, на какой период пришлась основная активность поколения. Есть поколения послевоенные, есть поколения Хрущева-Брежнева, есть поколение реформ, Горбачевское, Ельцинское поколение, ну и следующее. В свою очередь есть поколение стабильности, поколение Путина, Путина-Медведева. То есть это тот период, когда человек наиболее активен, заканчивает университет, реализует себя в обществе, добивается социальной значимости. Вот свои личные, наблюдения, которые хочу подтвердить уже, проведя исследование. Что нужно человек, когда он чувствует себя удовлетворенным, материальным достатком, да, какая должна быть зарплата? Есть такой тезис, что зарплата должна быть не во много раз больше, чем у начальника. Никто не мерит на самом деле зарплату с начальником. Есть такое предположение, что начальник должна быть большая зарплата. На самом деле, какая зарплата у сверстников? У сверстников. То есть в том же поколении. Я удовлетворен, если мой достаток можно соразмерить, поставить с сверстниками, с моими. Вот если я достаточно мало получаю, значит я вот неудачник. А если можно все-таки там соразмерить, то вроде все нормально. И вот на поколение Горбачева и Ельцина, Горбачевское и Ельцинское поколение, пришлось самое большое расслоение. То есть есть просто супермиллиардеры и есть ужасно обедневшие. То есть вот такого расслоения нигде нет. А уже после для поколения после
реформ, после вот этого поколения стабильности. А для них вот там тезис есть одна группа, не поверишь, мракобесие и джаз, не поверишь, все украдено до нас. Их как бы это не так касается. И вот мне кажется, получилось так, что для поколения ельцинско-горбачевского поколения говорить об этих вещах, как о любви, о братстве, о патриотизме, о родине, о чем-то таком более высоком, чем шкурные меркантильные интересы, этому поколению довольно стыдно говорить об этом. Потому что тогда можно получить обвинение, что вот вы, говоря о родине, об этом, вы прикрываете то, что вы неудачник. Нужно думать о деньгах, нужно думать там, о той же шкуре, нужно рубить бабло. Вот это да, а вот то, что вы говорите, это болтовня. Такое циничное время. Но это поколение самое активное. На время этого поколения пришлось самое большое расслоение и самый большой цинизм. А вот я думаю, то, что когда войдет в активную фазу следующее поколение, уже стабильности и дальше, то разговоры о любви, о родине, о братстве, они будут пламенными, они будут горячими. То есть это будет более идеологическое время, идеологизированное. Идейное. Может, идейное? Идейное, да. Это будет более горячее время. Это ты предполагаешь ждать от тех, кому сейчас сколько лет? Как бы возьмем два поколения, да, стабильного Путина, да, и вот следующего Путина, который сейчас пришел, увидим, какой он будет. Два поколения. Послезавтра его застрелю. Да, два поколения, без разницы. Два поколения. Вот все равно это уже будут люди менее циничные, у которых не будет препятствий говорить о патриотизме, о родине. А этому что будет способствовать? Какой-то экономические какие-то благосостояния и все прочее. Например, мы по уровню жизни, скажем, дойдем до Америки. Что будет сопутствовать? Я не говорю о том, что будет сопутствовать. Я говорю на о том. Основе чего? О том, что не будет препятствовать. То есть этим поколениям не препятствует вот это огромное расслоение. То есть вот ельцинско-горбачевскому поколению трудно говорить о родине, трудно говорить потому что те, кто не говорил о родине, те, кто не говорил о любви, те, кто говорил о шкуре, они добились чего-то. Кто-то картонной фабрики добился, кто-то хлебзавода добился, кто-то добился нефтяной компании. И они отбросили от себя, и они кумиры в этом поколении, они добились своего, они лидеры. А те, кто отбросил от себя вот все эти разговоры, назвав их пустыми. И высмеивают они тех, кто пытается говорить о родине, пытается говорить об истине, пытается говорить о чем-то более высоком, чем шкурные интересы. Вот этого препятствия в следующих поколениях не будет. Почему не я будет уже так? Могу в этом поколении спросить, будет как весело. Вот вы берете самое то поколение, которое работало в основе своей на государственных или там коллективных предприятиях, где они получали заработную плату. В настоящее время каждый здесь присутствующий живет в обществе, где вы являетесь носителями и продаете определенные услуги. Даже наше самообразование – это исполнение определенных образовательных услуг. Если раньше услуги продавали, а сейчас фактически каждый из вас и каждый из нас, работая на частном предприятии, а большинство, 90% – это частные предприятия, вы продаете свои услуги, то есть вы продаете самого себя. И в будущем, при более, предположим, развитом капиталистическом обществе и так далее, все это уже стабилизируется, пусть даже уровень жизни самой на душу населения возрастет, но тем не менее, каждый из вас станет продавцом самого себя. Почему не будет никаких препятствий относительно этого? Либо мы должны эту всю систему полностью напрочь изменить, когда мы продаем свои услуги, самые фактически как товар, деньги, товар превращаем.
Ну, либо препятствий будет все больше и больше. Расслоение, почему будет все меньше и меньше? Оно будет возрастать. Про кризис вот профессор говорил, который экологический и политический, и межнациональный не самоусложняется. На уровне сейчас мы с вами живем, вроде идет глобализация, а с другой стороны идет деглобализация, когда сам индивидуализм внедряется в сознание каждого человека, что я как личность и так далее превыше всего. Создаются мелкие общественные такие, национальные структуры, которые поощряются и тому подобное. Почему препятствий-то не будет? Откуда берется такая вот уверенность? У меня такое впечатление, что наоборот. Я назвал одно препятствие, и вот именно его не будет. Именно этого препятствия. Возможно, будут другие, да. Но вот это сильное препятствие, и его не будет. То есть, я имею в виду то, что тоже про смену логики. Вот вы приезжаете в новое место, и вы хотите оставить машину и пройтись до пляжа, там, километров. Нужно оставить машину. Вы оглядываетесь вокруг и смотрите, как поступают люди. Если они оставляют здесь, я тоже оставлю здесь машину. Вот, при дефиците информации это очень удобно, этим пользуются все и всегда будут пользоваться. То есть все мы будем все равно пользоваться, как бы вот не кичились индивидуализмом, мы все равно будем смотреть, как поступают другие. Потому что это удобно, это экономит время. Вот, здесь, в этом месте оставляют машины, я оставлю здесь машину. Смотрю, здесь никто не оставляет. Наверное, здесь не нужно оставлять. Потому что люди ошибаются, но вот можно поверить. И произошла смена эталонов частот, и технологии сейчас позволяют нам, не выходя из дома, узнавать, как люди поступают. То есть вот это как все, да, а как поступают люди, вот этот фрагмент, вот. Его можно получать даже, возможно, этого и события не было. То есть, ну, вот, его можно моделировать, его можно вводить в информационное пространство. Если, например, раньше нужно было написать книгу о том, что вот люди ведут себя так, или былина, сказка, передающаяся устно. Люди воспринимают ее с детства, люди себя ведут так. И человек, вступив уже в активную фазу жизнедеятельности, он ведет себя так, как все. То есть сейчас вот этот миф, по которому себя вести, вот это то, как все, его можно формировать, не буду называть сроки, там недели, месяц, но это все равно маленькие сроки. То есть можно вот формировать и вводить. То есть и без методологического оружия, без методологической вооруженности горе нам, да? Потому что управлять вот социальными процессами сейчас можно быстрее, можно уже ставить эксперименты, можно видеть, получать обратные связи здесь же, этому коллективу. Как бы вот еще один большой момент, я считаю, что... Вот все то, что мы сегодня говорили, очень интересно и здорово, но в конце концов я для себя вот не получил одного ответа, который, собственно, имелся в виду. А чем же все-таки вот здесь присутствующая молодежь не устраивает Иисус Христос и Магомед? Ну, вот чем они не устраивают? Вот сами жили бы по их принципам, и все бы сегодняшних проблем исчезли 100%. Хотели бы знать почетче принципы. Они нас очень устраивают, мы их постоянно упоминаем. Они нас очень устраивают, но то, что они действительно проповедовали, а не то, что глаголится устами третьих, четвертых, пятых, десятых лиц. Мы за то, чтобы каждый человек самостоятельно, без всяких посредников и иерархов, любых мастей иерархов, хоть это мулла, хоть это патриарх и прочие, самостоятельно изучали Библию, самостоятельно изучали Коран, самостоятельно даже изучали Тору и другие книги, которые признаны священными.
и вырабатывали свое самостоятельное отношение и давали свою нравственную оценку. А приемлемо ли это для меня в настоящее время или неприемлемо? Например, в Коране есть такая запись. Вот там постоянно идет «побойтесь Бога, бойтесь Бога». То есть этим путем и призывается верить Богу. Вот при нынешнем информационном состоянии, я, кстати, мы не ставим абсолютно под сомнение то, что Коран является небесной книгой. Абсолютно никто не ставит. Это откровение, безусловно. Но давайте подойдем честно, посмотрим. При нынешнем информационном состоянии, кого, вот, допустим, остановить 10 человек здесь или там в Баку, или в любом конце света, кого можно привести испугом к вере? Практически никого. Может быть, одного-двоих. А раньше, я имею в виду, там вот 11-й, там 10-й век, или там начальный период нашей эры, это было возможно. То есть изменилось информационное состояние, изменяется отношение людей к сложившимся конфессиям. Это раз. Во-вторых, ни одна из конфессий на сегодняшний день, ни православие, ни шиизм, ни суннизм, ни прочее, они в нынешнем состоянии не представили еще обществу нормальной социолого-экономической теории, новой теории, на основе которой общество могло бы развиваться дальше. Вот мы говорим о том, что западная теория, западная логика и рассудочность, она действительно потеряла связь с реальностью, она вообще отошла от реальности. И потому что она в основе своей, уже в фундаменте своем уже неверно рассуждает. То есть представления о мире неверные. То есть в основе вот даже западного предпринимательства, или как они называют, бизнеса, стоит конкуренция. Но если мы говорим о том, что в мире все причинно-следственно обусловлено и взаимосвязано, вот, допустим, наш организм является моделью Вселенной, это признают мы все философы. Ну как может печень конкурировать с сердцем? Или как может сердце конкурировать там с поджелудочной железой? То есть конкуренция между людьми, она уже создает противостояние. Конкуренции как таковой не должно быть, это уже фундаментально неправильный подход. И мы говорим о том, что необходимо выработать новые подходы в глобальной экономике, в социологии особенно, в социальной философии и так далее, во всех сферах. И мы никого не принуждаем, вот относитесь так там к Библии или к Корану, относитесь сяк. Нет, абсолютно. Мы всех призываем, обязательно читайте. Обязательно читайте. Но читайте без посредников, вырабатывайте свое личное отношение. Вот, я думаю, что меня все ребята поддержат. Я даже дополню немножко. Меня Алексей Сирюков зовут, руководитель организации «Новая молодежная политика международная». Я дополнил как раз то, что Намик сказал. Иисус, Мухаммад и другие деятели, они действительно говорили правильные, очень хорошие вещи, но они говорили, во-первых, на языке и понятийном аппарате того времени, то есть для характерного им тогда общества. Но они, естественно, не дали никаких знаний о том, как должен быть устроен народно-хозяйственный комплекс в 21 веке. Вот да. Поэтому что делают обычно? Вот западная модель, капитализм, да, он выстроен на базе лютеранства, в принципе, протестанства, где, собственно говоря, говорится, тот успешен, кто умеет делать деньги. И это преподносится, как, ну, что это от Бога. В принципе, этому учил Иисус. Но мы же прекрасно все понимаем здраво, что это не так. Вот, и, соответственно, вопрос как раз и стоит в необходимости выработки новой методологии, то есть в педагогике, в экономике, во всем. И, соответственно, если такие знания будут выработаны, и люди, соответственно, смогут ими воспользоваться и действительно построить справедливое общество, и оно, в общем-то, ни в чем не будет противоречить тому, чему учил, собственно, Иисус и Мухаммад. Вот, если коротко. Можно момент такой? Заговорили о ценностях. Говорят, что сейчас не ценно говорить о таких вот вещах, о сяких. Ну, индивидуалистика, так как она является индивидуальной, это и есть те рамки, по сути, которые люди себе задают. Если они эти рамки не расширяют за счет беседы с людьми, за счет взаимного обмена информацией, то, в принципе, вот как обычная раковая клетка, она сама себя съедает. Создаются условия,
какие условия, как эта болезнь называется. Но обычно вот в организме, если вы интерпретируете это, то это рак называется. Бывает еще и некоторый ряд заболеваний. Что касается на планете Земля, ну, вопрос открыт, как это назвать. Вопрос также к словам и к объективности этих слов и жизнеспособности тех понятий, точнее этих слов и понятий. Соответственно, но что касается стало не модно говорить высказывание, честно сказать, это настолько индивидуальная вещь в плане, как человек понимает такие вопросы, о которых сейчас не модно говорить, что это не может не являться основой индивидуалистики. Люди просто закрыли себе глаза на большой пласт своей индивидуальности, своих взглядов. Кто такие вещи не понимает на свет, на мой взгляд. Ну, он может быть субъективный, конечно, ничего не скажу. Хочу еще добавить, вот, ниже сказанному, вот это социальное, социально-экономическое расслоение и цинизм, наверное, меньше всего коснулся университетов, университетских сотрудников, институтских систем образования, потому что как бы находиться в университете, профессор университета, доцент университета, сотрудник университета, это придает социальной значимости даже вне зависимости от доходов. То есть, и в университете это можно обсуждать, потому что это не так затронуло, не так обидело, это расслоение не так обидело среду образования, потому что все-таки знания, они придают этой социальной значимости. А вот другие части населения, где ваш вклад в общество, ваша значимость определяется в большей степени деньгами, от этого больше пострадают. Так, уважаемые господа, вот такое интересное будет предложение. Но время уже идет третий час, нужно подходить к какому-то логическому завершению. Но вот у меня такое впечатление сложилось, что мы лишь только подходим вот так, если усталость, какое-то утомление, какое-то вполне естественное какое-то пресыщение, когда говорится очень много в одном и том же, некоторые вещи повторяются. Но оно предполагает, что нужно где-то прерваться. И следующий семинар нужно провести как качество продолжения этого семинара. Здесь я, как понял, для себя сторонники теории социальной безопасности присутствуют. Но в самом Смольном студенты, например, они больше обращены, извините за такой вот словесный оборот, в теорию именно ноосферологии. Вот по разговору очень много сходного по подходам, по неопределенным выводам, которые делаются, но все-таки есть и разные разницы. Так вот, было бы не дурно, если бы вот все-таки в следующий раз на этом семинаре вот на наши социальные безопасностные товарищи и специалисты в этом деле, особенно молодежь, как-то относительно этого терминологического вот, пространства рассуждали и какой-то пример или какое-то явление социальное взяли, так сказать, обсудили. А вот смоляне или смольнинцы, которые, так сказать, вот, ноосферологи, они бы на эти же проблемы несколько с другой, с понятийной, скажем так, парадигмы проговорили. А вот все присутствующие могли бы, так сказать, подискутировать именно в понятийном вот этом терминологическом плане. Да, что вот здесь хорошо, что здесь, какие слабости. Но именно в плане не то, что открытие истины, а с тем, чтобы сами для себя, как вы говорите, каждый продумал и утвердился именно в этих истинах, которые позволяют, может быть, немножко по-другому словесно эти вещи оформить. Пока еще, так сказать, множество эти понятийные размытые и тому подобное. Все-таки ж, вот этот разговор, если мы сегодня, мы все равно не закончим. Ну, поставим точку и вот разойдемся, а потом следующий семинар будет совсем другой. Что-то здесь явно не будет хватать.
Вот мне есть предложение про следующий семинар, логическое предложение этого, но вот все-таки свести две парадигмы социальной безопасности и ноосферологии. Я думаю, что это будет актуально, потому что у нас тема следующего семинара, мы предполагали формирование мировоззрения, миропонимания человека, это будет вот напрямую вообще связано вот отлично, с различными... Да, да. В том числе, да, замечательно, и... замечательно. Вообще ноосферное образование, оно очень близко для нас. Мы двумя руками за, и мы вообще считаем, что будущее человечества за ноосферное образование. Вот. Так что мы готовы. Я думаю, что я сейчас выражаю мнение и не только свое, и своих товарищей. Да. Ну вот следующая тема – это формирование мировоззрения, миропонимания человека. Вот. Еще мы хотели на следующем семинаре сделать рекомендательное письмо. Да, мы по итогам вот наших семинаров, да, вообще собирались принимать рекомендательные письма в соответствующие государственные инстанции, Государственную Думу, там, в аппарат президента, в премьер-министр, даже в соседние государства, да. Почему там министр культуры Азербайджанской республики, там Армении, там Грузии и прочие других, и таким путем пытаться как-то вот дать о себе знать, о том, что мы умеем объединяться, мы уже начинаем эту интеграцию, процесс реинтеграции точнее. Вот и таким образом, если вот это вот еще интернет-сообщество начнет саморасширяться и укрепляться, то такой Facebook, такой Twitter у вас здесь организуется, что конечно, и нет. Конечно, а почему вообще... бы и нет, если мыслить, так сказать, это так наступательно, не дождать, когда это светлое будущее нагрянет, а к нему идти и, более того, его приближать, мы приближали как могли. На будущих семинарах мы, кстати, собираемся обсудить вопросы новой экономической теории, в чем заключаются изъяны нынешней кредитно-финансовой системы, почему у нас экономика такая, почему наш человек, проживающий на территории бывшего Советского Союза, получает одну зарплату, а на Западе получает совершенно другую. Это не то, что, как говорится, вот экономика такая. Мы абсолютно убеждены с товарищами, что это политическая работа высочайшего класса, о которой некоторые экономисты умудряются, значит, по-своему все это излагать и говорить, что нет вот этому издержки системы. А кто создает эту систему? Так что вопросов на самом деле очень много. Еще одно такое чисто функциональное предложение. Вот самое из тех вопросов, которые сейчас и которые поступят, нужно будет относительно той проблематики, которая обсуждается, несколько таких злых, таких ехидных, хороших вопросов самовыбрать. С одной стороны, и предложить этим товарищам, которые и задают свою точку зрения, немножко более развернуто подать. Тем самым мы вовлечем в дискуссию далеко находящихся. Еще просьба с интернета поступила, не могли бы вы огласить там некоторые труды по ноосферологии, просто по фамилии, там, чтобы люди познакомились. Так, мы это сделаем следующим образом, потому что, собственно говоря, так словесно это повиснет в воздухе. Основные вещи мы вам дадим название, список, они имеются в интернете, плюс ко всему есть выход. И буквально, когда мы с вами обменяемся, Дмитрий Александрович, мы с вами здесь вот посидим, вы сами выберете наиболее фундаментальные, самые свежие, этой проблематики. В принципе, через поисковые системы можно найти Вернадского Владимира Ивановича. Но мы пойдем навстречу, скажем, поскольку мы относительно проблематики этого семинара можно вообще вывести в сторону. А вот вещи, которые относятся вот к этой проблематике, являются фундаментальными. С точки зрения ноосферологии. Мы с вами эти вещи подберем и предложим товарищам. Чтобы они не рылись в это самое где и так далее. А там дальше круг разойдется. Принято. Замечательно. Ну что ж, тогда. Тогда я думаю, что есть смысл нам завершить наш сегодняшний семинар. Хочу поблагодарить всех сегодняшних участников, как очных участников, так и заочных участников, которые через интернет общались с нами. Будем надеяться, что такие семинары станут регулярными, что появится новая возможность для обмена идеями, информацией, для того, чтобы
возможно, не просто, так сказать, что-то обсуждать, но и решать какие-то проблемы, потому что действительно сейчас ведь очень важно не только, так сказать, поставить какие-то проблемы, которые многие уже понимают, что существуют проблемы, но и стремиться к решению существующих проблем. И я думаю, что научно-образовательный комплекс «Смольный университет» является очень хорошей такой площадкой. Я думаю, что в следующих наших семинарах примет участие и президент научно-образовательного комплекса, академик Европейской академии естественных наук, профессор Дидар Мамедович Иманов. Просто он сейчас не смог этот раз принять участие, но он выражает большую заинтересованность в такого рода семинарах. Так что я надеюсь, что мы и дальше будем с вами активно встречаться, обмениваться информацией. Возможно, будут какие-то публикации по итогам таких семинаров. Я думаю, что мы разместим также информацию на сайте нашего института, Смольного института Российской академии образования, о уже текущем вот этом семинаре, который сейчас завершается. И анонсы о следующих, так сказать, семинарах, дату мы, я думаю, обсудим отдельно, так сказать, удобную для участников, поскольку тут масса, так сказать, вопросов, это не такая простая, это простой вопрос. Да. О выборе дат, тем более, что приближается еще и летние, так сказать, каникулы, каникулярный период. Так что тут есть определенные сложности. Ну, также хочу обратить внимание, что у нас 16 мая будет симпозиум в нашем институте по глобалистике. Ну а так, спасибо за внимание. Хочу поблагодарить особенно Намика Мамедова, Владимира Девятого, ну и наиболее активного сегодняшнего участника Валерия Николаевича Бычкова. Совсем случайно оказалось. Да. Ну а также... Вы меня не приглашали, я сам напросился. Да. Ну а также Зазнобина Владимира Михайловича, который, к сожалению, вынужден был уехать. Ну и других, естественно, участников. Надеюсь, мы в следующий раз поговорим более подробно, в том числе, вот, может быть, хотелось бы услышать идеях одного из основоположных концепций общественной безопасности, как я знаю, генерал Петров такой есть. Ну, нет. Я имел в виду, что он не был. Вот это вопрос. Или он популяризатор? Популяризатор. А, понятно. Вы не совсем в курсе, так сказать. Нет, об этом тоже. Еще одно пожелание. Поскольку мы с вами находимся в Смольном институте, исторически он, в общем-то, ориентирован на женщин, на женское образование и так далее. Будет очень желательно, чтобы у нас было бы несколько активных девушек. Мы своих приведем, скажем, вот, и так далее. Да, чтобы чтобы девушки. Тем более... Добрая половина мира, лучшая половина этого мира, это они. И все самое прекрасное, разумное, то, что здесь замышляется, это для них в конечном итоге, для молодых будущих мам, для наших мам, которые есть мамы, и так далее, и тому подобное. Так что мы ждем, что вот девушки у нас будут, и от вас ждем большой активности, вы уже настроились на нас. Раньше своих девушек приводите. Я хотел бы последнее слово от новой молодежной политики. Это и к женщинам прямое отношение имеет. Вот, это лирически, так можно сказать, концовка. Вот здесь говорили много о беседах и их отсутствии, о взаимопонимании и его отсутствии. Могу сказать, что слово человеку дано, а вот отсутствие пользования этим словом, то есть отсутствие беседы, если посмотреть в историю, посмотреть на мир, то тогда, когда заканчивается беседа, начинается обычно война. Вот, и, наверное, никакой женщине не хочется своего мужа провожать на какую-либо камеру. Ну что ж, еще раз спасибо. Спасибо.